с предыдущей. Я думаю, что мы просто начнем. Начнем мы с доклада «Методика расчета железобетонных конструкций на основе нелинейной деформационной модели для оценки корректности расчетов и разработки прикладных программ». Шевченко Андрей Викторович, КТБ «Железобетон». Так, презентацию, пожалуйста. Так, добрый день, уважаемые коллеги. Доклад повторять не буду. Цель доклада следующая. У нас уже много лет расчет везде нормы декларируют по физической нелинейной деформационной модели. Но как это сделать, допустим, простому инженеру хотя бы освоить, это довольно-таки сложно, потому что калькуляторов у нас много, прикладных программ много, тяжелых программ тоже много, и каждый из них считает по-своему. Иногда хочется проверить саму программу именно с точки зрения норм. Поэтому вот здесь, скажем так, попытка, которая уже идет 3 года, что, в принципе, любой инженер, любой, скажем так, студент, магистр, ну и продвинутый бакалавр может сделать это без привлечения сложных программ. Вот. Если мы рассмотрим уравнение равновесия SP63, то, в принципе, они всем известны. Вот. Здесь все ясно. У нас есть кривизна, есть относительно деформации и жесткостные коэффициенты D1, D3, 3. Это если у нас в нормальном сечении действуют 3 составляющих. Вот. Для решения этой системы традиционно применяется метод итерации. Можно применить. Вот. Поэтому мы с вами выражаем неизвестные наши исконные через вот такие функции. То есть кривизну по относительно осям X и Y, и относительно деформацию. Индекс K означает номер итерации. То есть мы каждый раз вычисляем жесткостные коэффициенты вот, на каждой итерации и вычисляем потом с каждым шагом все более и более уточняем наше значение. Вот, здесь интересная сходимость самого процесса. В принципе, она известна, что если у нас главная диагональ матрицы будет больше всех остальных, то процессы сходятся. Ну, на пальцах это можно обозначить так, что у нас, если мы рассмотрим с вами просто, допустим, в сечении действует M и N. Если у нас два уравнения, просто X и Y пересекают, две кривые пересекаются, то процесс сходится быстро. Вот, если они параллельны, то, в принципе, у нас система не имеет решения. Ну и, наконец, если они слишком близки, то система тоже вырожденная. Что это означает на физическом смысле? Это означает, что либо у нас жесткостные коэффициенты приближаются к нулю, то есть у нас нормальное сечение просто исчерпывает свою несущую способность. Вот. Но и есть тут еще второй интересный аспект, который мало упоминается как в учебной литературе, так и в нормативной. То есть мы с вами знаем, что у нас сечение может разрушиться по 2 случаям. Это везде написано в СНИПе, да? Вот, когда у нас сечение либо переармировано, либо начинает течь арматура. Вот. И есть еще 3-й случай, когда у нас в самом сечении теряется равновесие. Вот. То есть на равновесии не происходит. То есть как раз вот в этом случае, как раз вот на этот метод итерации, когда у нас расходится процесс, то этот случай тоже можно поймать в некоторых расчетных ситуациях. Так, порядок расчета у нас следующий. Задаются классы бетона армирования. Ну, это можно задать в любой программе. Сечение стержня разбивается на отдельные участки. Задаются площади. Вот. Ну и, естественно, задаем начало координат. За начало можно задавать везде, но для удобства, если, допустим, у нас это, допустим, прямоугольное сечение, лучше, допустим, в левом верхнем углу. Ну, так проще описывать, допустим, распределение деформаций по закону плоских сечений, ну и вообще считать. Ну, если у нас, конечно, сечение
круглое, то в этом случае или какого-то произвольной формы, то лучше здесь воспользоваться, разбить его на треугольники. Но здесь уже, конечно, с треугольниками будет все сложнее. Здесь уже приходится, к сожалению, автоматизировать, то есть писать какой-то скрипт или программу. Так будет легче, потому что вручную это будет несколько сложно. Вот. После этого, когда мы с вами все это задали, мы вычисляем начальное приближение. То есть в упругой стадии, допустим, для прямоугольного сечения, просто обычные наши сабраматовские формулы. Мы задаем как раз координату нейтрального слоя. Вот. Но почему она с минусом? Ну, потому что так удобнее считать сверху, как оказалось. Но это, опять же, повторюсь, не принципиально. Вот. Ну и дальше используются стандартные сниповские формулы. То есть, если мы с вами знаем закон распределения сигма-эпсилон как для бетона, так и для арматуры, то мы с вами сразу же вычисляем для каждого элементика или для каждого слоя свой касательный модуль деформации и также вычисляем положение нейтрального слоя. Так. Ну и аналогично вычисляются это сниповские формулы, вычисляются коэффициенты системы уравнений D1, D2. Ну это все, опять же, вот, например, на первом приближении, именно нулевая итерация. Вот. Ну и после этого мы подставляем то, что вычислили, в следующий шаг. То есть находим новое значение кривизны и эпсилон. Вот. Ну и после этого продолжаем до тех пор, пока нас не удовлетворит результат. В данном случае это сходимость. Ну, можно задавать, в принципе, 5% вполне достаточно для удовлетворительной сходимости. Ну и теперь хотелось бы предоставить пример расчета. Вот. Как это делается? Ну, в данном случае я привел это для того, чтобы это мог сделать каждый. Просто сделал простую программку в Excel. Вот. Рассмотрим пример из пособия КСП-63, пример 6. Как раз он несколько сложный. Допустим, здесь у нас прямоугольное сечение с двойным армированием, то есть двойной арматурой. Вот. В данном случае изначально задаем, ну, для себя, чтобы проконтролировать диаграммы и арматуры, и бетона, но арматура у нас билинейная, бетон можно либо двухлинейным, либо трехлинейным сделать. Вот. В принципе, опять же, с точки зрения задания формул, ничего сложного нет, но единственное, можно немножко покорпеть с функцией «если», вот, которая, в принципе, все проходит на каком первом или втором курсе вуза. Вот. После этого мы задаем по нашим формулам, которые были выше, для каждого участка задаем площади, вот, и задаем как раз распределение. Ну и вычисляем, естественно, первое Z нулевое. Вот. Аналогично вычисляем, вот как раз делаем распределение по закону плоских сечений, тоже с помощью простейших формул. Ну и здесь у меня не вместилось. Вот, продолжение таблицы. Аналогично задаем и армирование, то есть верхнее и нижнее. Ну, естественно, для каждого из них свой модуль деформаций. Ну и теперь перейдем к самому интересному. В принципе, можно, допустим, просто в Excel задать вот такие вот вычисления. То есть в таблицах мы вычисляем D1, DT3 и D1.3. Вот, и подставляем их сюда. То есть в этом случае мы на первом шаге как раз вот делаем первое, что Z нулевое H на 2, кривизна момент на EI, на начальном модуле упругости, и потом эти уравнения подставляем, эти значения подставляем в наше уравнение. И для следующей первой итерации получаем новое значение. После этого внизу смотрим погрешность. Погрешность у нас большая пока что, 85%. Вот, ну, первый, скажем так, пилотная презентация была сделана недавно здесь же для проектировщиков Екатеринбурга, вот, и был серьезный, скажем так, диспут. А зачем вы вычисляете Z-нулевое? Зачем оно нам нужно? Во-первых, Z-нулевое это у нас означает, что положение нейтрального слоя это у нас дрейф нейтральной оси, да, при вычислении. Если мы будем его оставлять постоянным и не учитывать,
то у нас получается ерунда. То есть у нас, во-первых, он не меняется, и, во-вторых, мы получим, ну, в общем, что-то получим, но не близкое к истине. Вот, если язык нулевой остается постоянным, это справедливо только для каких? Для симметричных сечений, и если у нас материал работает билинейно, с той и другой случай. Тогда z нулевое можно не считать вообще, оставить и все. Здесь приходится его пересчитывать каждый раз. Вот. Что получается на второй итерации? Опять мы с вами пересчитываем. Как видим, у нас нейтральный слой потихонечку уходит вверх, и ошибка уже получается 14%. Аналогично, следующая итерация, ну давайте до 5%, вот, опустим это, получается уже 5%, вот, нейтральная ось сместилась до уже близко к 400. Ну и если упереться до конца, то в принципе можно вот погрешность, уже разность 0,5%, у нас получается нейтральный слой стал 421, то есть еще поднялся выше. Вот, ну и получается, что, в принципе, на пятой-шестой итерации мы можем остановиться, если хотим вручную. Ну, в чем еще прелесть этой бухгалтерской программы? Мы, в принципе, можем с вами включить, что циклические ссылки. То есть, если мы с вами в настройках введем, что они разрешаются, то она автоматически нам пересчитает это буквально, ну, за долю секунды. Вот, ну, можно через F9 проконтролировать эти процессы. Вот. Ну и в конце вот у нас получились такие вот результаты. В принципе, это можно вывести в качестве конечного результата в виде таблицы, как отчет. То есть, в принципе, здесь всем ясно, что у нас вот есть сжатая зона, растянутая зона, ну и положение нейтральной оси. Ну и самое интересное – сравнение вариантов. В принципе, получается, что по методическому пособию у нас ну, все в запас. То есть получается 0,99, ну а по МДМ получилось немножко поменьше, 0,92. То есть, в принципе, можно как-то вытянуть до этого. Ну, конечно, это, опять же, повторяюсь, для того, чтобы доказать или проверить какую-то другую программу, самому разобраться в этом, ну и насколько верно все считается в других комплексах. В принципе, это, скажем так, это пилотный проект, ну не то, что пилотный проект, это просто методическое, скажем так, методический пример. На самом деле здесь можно задавать и изменения для каждого волокна, можно, в принципе, в отличие, допустим, от тех же самых других программ, которые, ну, например, в SCADA честно сказали, что, допустим, у нас берем среднюю скорость, вернее, если у нас динамические расчеты, то мы с вами берем просто какой-то коэффициент, увеличивающий или уменьшающий влияние скорости на прочность, то, в принципе, здесь, допустим, ничего не мешает нам для каждого волокна задать свою скорость деформирования во времени. Вот, то же самое относится и к задачам тепловых воздействий, не путать с пожарами, когда у нас каждый раз понижаются, допустим, модули упругости не только от НДА, от напряженного деформированного состояния, но и от температуры. Вот, это тоже следует иметь в виду. Ну и плюс здесь, скажем так, есть возможность перехода от длительного действия к кратковременному. То есть, допустим, если мы представим, что, допустим, вот каждый раз мы считаем с вами колонну, то у нас, допустим, есть длительное воздействие, а потом резко пошла кратковременная. Вот, как это описать при физической нелинейности программ, в наших стандартных программах, но пока что мысль останавливается. Здесь это сделать можно. Ну, в принципе, вот, пожалуй, все. Как сказать, в принципе, хотел сказать, что такие задачи сейчас может решать, ну, средний инженер. Спасибо. Спасибо за доклад. Вопросы? Да-да. Микрофон. У нас просто онлайн идет еще, поэтому, чтобы слышали. Вся методика расчета зиждется на гипотезе плоских свечений. Ну, я согласен. До момента образования трещин как-то с гипотезой Бернули мы согласны. Деформации, сжатие, растяжение
все такое. Как появились трещины, все нарушается. Если тогда надо как минимум два сечения проверять, сечение с трещиной, сечение между трещинами, да? Да-да. Довести итерацию. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы сравнение делали только по прочности, я смотрю. Нужно еще, естественно, по прогибам, да, наверное, тоже анализ провести. Да. Здесь уже будет больше расхождение, это точно. Вот. Ну и взяли диаграмму билинейную. Если взять натуральную диаграмму, у нас верхние слои переходят в стадию... Вниз, да. Деформация сечения. Все нарушается. Вот какие-то поправки к этим моментам делаются, потому что, ну, например, в зоне не нужно это все делать. А будем, допустим, звезду Давида считать, да? Что-нибудь там это сечение. Там яролаж будет, да? Нет, не согласен. Во-первых, здесь то, что мы с вами зададим, то и получим. Это здесь просто в качестве методического примера показана трехлинейная диаграмма. Ничего не мешает нам воспользоваться методическими указаниями по применению нейтринной диффракционной модели, которая издана год назад или два года назад. Карпенко, можно воспользоваться обычно параболой, которая, допустим, в приложении SP63. Вот, ничего не мешает. В принципе, получим. Что зададим, то и получим. Да, будет только не вот такая ломаная прямая, а будет просто такое, как парусом изогнуться, с учетом разгрузки. Вот, в принципе, этот метод итерации это позволяет. Если у нас правильно, опять же, повторюсь, задано сечение, и оно не перегружено, то методом увеличения нагрузок это все делается. Вот, по поводу прогибов. В принципе, на золотовских сечениях в прошлом году и в этом году по прогибам у меня были доклады, где, в принципе, как раз именно с помощью этой нелинейной диффракционной модели мы для каждого сечения вычисляли прогибы. Вот. Ну, естественно, в тех докладах прогибы вычисляли с учетом, как опять же, осреднения деформации через Мурашовский коэффициент ПСИ. Вот, конечно. Вот. Ну, а в настоящий момент, если мы, допустим, я показал специально нормальное сечение, вот, допустим, у нас есть с вами треугольники возле отверстий. В принципе, такими треугольниками можно описать и арматуру. И в этом случае как раз я здесь показывать не стал, потому что мне как бы здесь как бы хотелось показать, как это на пальцах сделать. Вот. Но если это описать, допустим, программно, то мы с вами можно увидеть, что, допустим, если мы приложим момент, то даже и в арматуре в упругой стадии у нас деформация будет распределяться, опять же, по гипотезе плоских сечений. Ну, естественно, это, опять же, упрощение. Ну, следующее исследование, как раз оно было у меня доклад. Прошу прощения, да. Андрей Викторович, еще у нас два вопроса онлайн, поэтому давайте мы... Хорошо. Эдуард Николаевич, перенесем. Да. Хорошо. Вот. А так, как раз с помощью этого можно учитывать еще касательное напряжение, если мы с вами знаем закон. То есть как раз силы сцепления можно тоже моделировать. Ну, вот как-то так. Угу. Тогда еще у Михаила Борисовича Краковского и у Аркадия Юрьевича Грановского есть два вопроса. Давайте начнем с Михаила Борисовича. Задайте, пожалуйста. Если Михаила Борисовича нет, тогда Аркадий Вольфович, будьте добры. Скажите, пожалуйста. Пожалуйста. Да, включено, слышно. Да, слышно. Вы сказали, что есть проблемы в реализации. Дело в том, что предложена довольно интересная методика. Ее реализовать, вы сказали, что это институтский курс. Я вам скажу, это не институтский курс, это МГУ курс. Поэтому нужны какие-то пособия, которые бы пояснили это все. Вы же пытаетесь на языке конференции высказать вещи новые, которые понять сходу не всегда возможно. Теперь я кое-что согласен с Трёхиным профессором по поводу гипотезы плоских сечений. Была защита диссертации Крылова, я фамилию, имя, отчество не помню, где показано на эксперименте, что гипотеза плоских сечений, учет ее приводит не к некоторым погрешностям, как вы сказали, а иногда к серьезным погрешностям. Вот как вы предполагаете дальнейший путь вашей работы?
она интересная и нужная. Но вот так вот докладывать на конференциях, это, извините, ну, это не тот путь, чтобы внедрять что-то новое и интересное. Дальше, какая дорога? Дальше дорога. Ну, скорее всего, конечно, мы можем рассмотреть здесь не только нормальное сечение. Здесь, кстати, можно рассмотреть и наклонное сечение, и посмотреть, что... Мы с вами говорим, то, что здесь можно рассмотреть, согласны. Как сделать то, чтобы это вошло в народ, ну, если вы так хотите? Ну, вошло в народ. Ну, наверное, придется писать какую-то вот как раз вот такую методичку с пошагами на пальцах. То есть, как вводить все это дело. Вот. И как это оценивать. Потому что даже, честно говоря, у нас был случай, когда одна и та же модель вот, пришла нелинейная, не буду говорить, какой программе. Вот. У нас посчитали шагово, там посчитали автоматически. У нас разрушился элемент, там не разрушился. Вы неправильно считаете. Вот. Поэтому вот именно вот для этого и как раз и предлагаются вот такие вот простые модели. Ну, по поводу МГУ, конечно, это вы перехвалили, но я думаю, по крайней мере, программу СУЗа и программу магистров, это включить можно и нужно, я считаю. Но как-то надо и дальше действовать, потому что пользоваться просто как бы калькулятором, ну, немножко это несерьезно. Надо как-то двигаться дальше. Вот. А по поводу плоских сечений, согласен. Да, происходит дипломация, но возможно корректировка через ТАУ Y. У нас есть вот камеру. Можно сделать. Спасибо. 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 Коллеги, Михаил Борисович подсоединился к нам, может задать вопрос, или перейдем к следующему докладчику? Следующему. Да, давайте тогда следующий доклад. Сосков Андрей Александрович. Влияние изменений норм по защите от прогрессирующего обрушения на проектирование и строительство объектов нефтегазовой сферы. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Андрей Сосков. Я представляю компанию «Непигаз». Благодарю организаторов за предоставленную возможность выступить сегодня с докладом. Мой доклад посвящен вопросам изменения норм в области защиты от прогрессирующего обрушения и влияния от изменения этих норм на строительство объектов нефтегазопереработки, нефтегазохимии. Я сейчас включил микрофон. Слышно или нет? Выключите, пожалуйста, микрофон. Спасибо. Ну, наверное, в двух словах я сначала скажу, что из себя представляет компания «Непигаз». Компания «Непигаз» была создана в 1972 году. В прошлом году нам исполнилось 50 лет. Мы являемся, ну, таким флагманом российским в области инжиниринга объектов нефтегазопереработки, нефтегазохимии. Без лишней скромности, ну, наверное, назову среди реализуемых и реализованных уже наших объектов такие объекты, как Ямал-СПГ, Амурский газохимический комбинат, Амурский газоперерабатывающий завод, Запсибнефтехим в Тобольске, а также ну, объект, который наверняка вы слышали, Арктик-СПГ-2. Если говорить уже непосредственно по теме моего доклада, сначала бы хотел такой небольшой экскурс сделать в нормы, в первую очередь, в градостроительный кодекс Российской Федерации. У нас там есть такая статья 48.1 в отношении опасных производственных объектов, которая устанавливает, что ну, в соответствии с частью 1 этой статьи определяет, какие объекты относятся к особо опасным и технически сложным, а часть 2 этой статьи определяет, какие объекты являются уникальными. Не хочу перечислять, все они приведены на слайде, а также вы можете их посмотреть в законе. Единственное, хотел сделать акцент на том, что к особо опасным у нас относятся опасные производственные объекты первого и второго классов опасности. Это, собственно говоря, те самые объекты, которые мы проектируем и строим. Таким образом, наши объекты нефтегазопереработки, нефтегазохимии являются особо опасными производственными объектами. Дальше, если говорить про нормы, ну, у нас есть такой 384-й федеральный закон, технический регламент о безопасности зданий и сооружений, все вы его хорошо знаете.
Он был принят в 2009 году, в 2010 вступил в силу. Значит, данный закон в первую очередь определяет, что особо опасные технически сложные уникальные объекты являются объектами повышенного уровня ответственности, а также устанавливает, что объекты повышенного уровня ответственности при расчете мы должны таких объектов учитывать особую аварийную ситуацию, в том числе ситуацию, при которой мы исключаем какую-то ответственную несущую конструкцию. Значит, данные требования норм приводят к следующим проблемам, с которыми мы сталкиваемся при прохождении экспертизы. Ну, во-первых, все наши объекты – это не отдельные здания и сооружения, это крупные производственные комплексы, которые включают в себя огромное количество строений, связанных друг с другом непосредственным единым технологическим процессом. Это приводит к тому, что все здания и сооружения, которые находятся у нас в границах АПО, являются объектами повышенного уровня ответственности, даже если это какие-то навесы, обрушение которых не приведет ни к каким, ну, негативным последствиям. Второй момент, с которым мы постоянно сталкиваемся в экспертизе, то, что экспертиза в сторону надежности эксперта зачастую требует провести расчеты именно на тот случай, когда мы должны исключить какую-то несущую конструкцию. Неважно, что это за сооружение, там эстакада, этажерка, здание, или это, там, я не знаю, какой-то, опять же, навес. Все это приводит, по нашим оценкам, к, ну, чуть дальше, наверное, скажу, разложу по каким-то конкретным документам, к значительному удорожанию и увеличению металлоемкости. Но, на самом деле, здесь, как бы, переходя от проблем к решениям, я бы хотел отметить важную работу, которую проводит Минстрой России в ФАУФЦС совместно с ведущими институтами, такими как ЦНИС Кучеренко и, конечно же, с таким главным институтом важным, который выполняет очень важную работу по совершенствованию норм, как ЦНИПромзданий, который является партнером нашей компании. Значит, в прошлом году было внесено изменение в ГОСТ 27751, надежность строительных конструкций оснований. Данное изменение затронуло приложение А к данному ГОСТу. Данное изменение, оно, кстати, уже вступило в силу в начале этого года. Это приложение определяет, какие конкретно здания и сооружения в границах опасных производственных объектов можно отнести к классу КС-2. Если раньше нам приходилось как-то в экспертизе скакать как лошадь на гребешке, чтобы доказать, что, значит, отдельный навес можно не рассчитывать на прогрессирующее обрушение, снизить его металлоемкость, и это не всегда принималось экспертом, то теперь у нас есть нормативный документ, на который мы можем ссылаться, чтобы оптимизировать металлоемкость конструкций. Мы просчитали разные варианты для, ну, вот уже нашего одного строящегося объекта, не могу сказать какого, в силу конфиденциальности. Мы получили экономию металлоемкости в размере 7%. Учитывая, что стоимость строительства наших объектов исчисляется десятками и сотнями миллиардов рублей, то надо сказать, что, ну, это как бы очень значимый финансовый результат для нашего заказчика, для которого строительство – это все-таки затрата своих собственных средств на инвестирование, и для него крайне важно иметь хорошие инвестиционные показатели по реализации объекта. Также хотел отметить, что в прошлом году было разработано и уже вступило в силу изменение номер 3 к СП-385. Это свод правил защиты от прогрессирующего обрушения. Хотелось бы выделить следующие моменты. Во-первых, свод правил определяет, при каких условиях можно не рассчитывать сооружение промышленных предприятий на прогрессирующее обрушение, а также определяет критерии по предельным деформациям для расчетов на прогресс. Зачем, ну, как бы, какой эффект мы от этого получили? Ну, во-первых, нужно отметить, что я уже говорил в начале доклада, что 384-й федеральный закон вступил в силу в 2010 году. Многие наши объекты были построены до этого времени, и не было обязательных требований по расчетам на прогресс.
Это приводит к тому, что когда мы хотим реконструировать некоторые объекты, их конструктивная схема вообще никак не предусматривает исключение какой-то несущей конструкции, и объект просто превращается в механизм, я имею в виду здание, сооружение. И это приводит к тому, что нам приходится не усилять даже какие-то эстакады или этажерки, а просто сносить их и ставить новые. Это очень сильно осложняет, во-первых, ухудшает финансовые показатели реализуемого инвестпроекта и приводит к значительному удорожанию и к увеличению, естественно, сроков реализации. Ну и на самом деле данное изменение 385 СП, оно непосредственно связано с тем изменением, которое в настоящее время подготовлено в 384 федеральный закон, в техрегламент о безопасности зданий и сооружений. На конференции в первый день Сергей Григорьевич Музыченко уже выступал на эту тему. Значит, подготовлен законопроект, который уже прошел первое слушание в конце мая в Госдуме. Второе чтение планируется провести осенью. Мы надеемся, что закон будет изменен до конца этого года и вступит в силу с 1 марта, если ничего как бы не случится, да, там непредвиденного, не будет затягивания сроков по его согласованию. Это позволит, значит, данный законопроект, он предусматривает, что из аварийных ситуаций будет исключено требование о исключении несущей конструкции при расчете на прогресс. Данное требование станет добровольным, и тем самым проектировщик, в зависимости все-таки от степени ответственности той или иной, как бы, того или иного сооружения, сможет сам принять решение о том, нужно ему исключать конструкцию при расчете или нет. Мы считаем это очень важное изменение. Ну, на самом деле, это практически все, что я хотел рассказать по своему докладу. Единственное, хотел бы еще отметить, что мы видим перспективу к развитию норм в части защиты от прогрессирующего обрушения в том, чтобы, разработать и внедрить какую-то методику риск-ориентированного подхода, в соответствии с которой можно было бы выбрать те или иные мероприятия инженеру, обычному рядовому, для того, чтобы обеспечить, значит, безопасность объекта в случае какой-то аварийной ситуации. Коллеги, у меня все. Благодарю за внимание. Буду рад ответить на ваши вопросы. Вопросы? Сейчас микрофон принесу. Микрофон сейчас. Спасибо за доклад. Вопрос касается вот эстакад. То есть, на ваш взгляд, вот по текущим предложениям, требуется ли расчет на прогрессию, если они находятся в границах участка? Ну, требование экспертизы такое, что требуется. Тем более, что эстакады у нас используются, как правило, для того, чтобы проложить технологические трубопроводы, по которым как раз и происходит транспортирование опасных веществ. Естественно, требуется. Но с тем пунктом, что там постоянных рабочих мест не предусмотрено. А это не важно. Просто смотрите, тут как бы я уже тоже подсветил в конце, все-таки мы считаем, что было бы целесообразно, наверное, в будущем, если появится такая методика с рискоориентированным подходом. Опять же, опасные вещества могут быть разные, и ущерб от их разлива может быть разный, да. И в зависимости от этого можно было бы, наверное, как-то варьировать те или иные мероприятия, которые будут направлены на, скажем так, снижение того ущерба, который может быть в случае аварии. Хорошо, спасибо. Давайте последний, и тогда уже перейдем к следующему. Скажите, пожалуйста, вот если в новом законе отменят удаление несущего элемента, какие сценарии взамен для анализа устойчивости к прогрессирующим обрушениям? Николай Николаевич, спасибо большое за вопрос. Ну, я считаю, что вот эти сценарии, они у нас, в принципе, хорошо описаны в 385 СП. Вот, и там, на самом деле, этот сценарий, он остается. То есть на стадии... просто сейчас мы как бы зажаты, мы вынуждены его, в любом случае, учитывать этот сценарий. А так у нас будет все-таки, какой-то вариант для того, чтобы как-то варьировать на некоторых конструкциях, да, там, те или иные сценарии. Ну, все это должно, конечно, определяться в рамках НТС, который мы осуществляем на всех наших объектах.
Вот. Хорошо, спасибо большое, еще раз поблагодарим за доклад. Спасибо большое. Следующий докладчик. Численное моделирование ветровых воздействий на здание и сооружения сложной формы с гибкими элементами. Ригель Иван Владимирович. НОЦ ВИЭ, СПБ, ПУ имени Петра Ильича. Эффективное проектирование. Эффективное проектирование, инженер-конструктор. Да, прошу прощения. Угу. Ну что ж, всем добрый день. В общем, численное моделирование ветровых воздействий, как мы все могли заметить, это такой достаточно обсуждаемый дискуссионный вопрос на сегодняшний день, по крайней мере. Вот, тем не менее, методика имеется, и как бы дискуссионным по факту является вопрос границ применения. Поэтому про саму методику, про то, как она может быть реализована и использована, я хотел бы сегодня сообщить. Зовут меня Иван Ригель, я инженер-конструктор группы компании «Эффективное проектирование». Также по совместительству являюсь аспирантом Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого и инженером научно-образовательного центра «Возобновляемые виды энергии и установки на их основе». Итак, ну, план доклада вы можете видеть на слайде. Первое, чего хотелось бы коснуться, это, ну, сегодня уже, опять же, касались на предыдущей секции подхода к определению ветровых нагрузок. Уже упоминалось, что проектировщик при проектировании здания обращается к СП-20, но в СП-20 в приложении В имеется достаточно ограниченное количество геометрических форм зданий, не отражено влияние окружающей застройки и ограниченное число направлений ветра. Вот. При этом есть примечание, что для сооружений повышенного уровня ответственности, а также при иных формах сооружений, учете других направлений, ну, вы можете прочитать на слайде, в общем, для зданий, отклоняющихся от примеров, приведенных в СП, тем не менее не являющихся уникальными и повышенного уровня ответственности, они как бы по вопросу ветровых воздействий, можно сказать, приравниваются к уникальным. Но на практике осуществить экспериментальное моделирование в аэродинамической трубе, насколько я могу судить, может быть проблемным для заказчика, например, вот, в особенности, что касается создания нормального уровня ответственности. С уникальными как бы вообще нет никаких вопросов, все довольно однозначно. А вот с нормальным уровнем не совсем так все однозначно. И вот в этом же примечании далее написано, что нужно устанавливать с учетом опыта нормирования воздействия ветра на основе результатов модельных испытаний в аэродинамических трубах, то, что сказано, и вот еще или опубликованных данных. То есть, ну, судя по всему, если вдруг мы найдем где-то в опубликованных данных результаты по форме здания, аналогичного тому, которое мы проектируем, мы можем это тоже как-то использовать. Тут хочется сказать, что, опять же, в подтверждение того, что вопрос на сегодняшний день дискуссионный, то есть я тут не буду делать никаких утверждений, но в изменении 2 к СП-20 численное моделирование допускалось наряду с аэродинамической трубой. А на сегодняшний день, вот как Сергей Юрьевич уже отмечал, нормы нам такой возможности не дают. Вот. Тем не менее, применительно к зданиям нормального уровня ответственности, это может быть неким компромиссным таким вариантом между, скажем, очень грубым приближением при задании ветровых нагрузок на здание сложной формы по тем же коэффициентам аэродинамическим, что в СП приведены, что, ну, по моим наблюдениям, довольно часто вынуждены делать проектировщики, то есть просто брать прямоугольный параллелепипед, брать с него там какие-то аэродинамические коэффициенты и на свой выпуклый инженерный глаз прикладывать. Вот. Численное моделирование при всех там упомянутых вопросах к погрешностям, тем не менее, может дать возможность оценить, по крайней мере, определенный спектр параметров. Так, куда тут переключать? Ага. И, собственно говоря, вот с таким объектом мы столкнулись. Это малоэтажная
в частности, пятиэтажное, ну, тут по-разному, в зависимости от блока, малоэтажное общественное здание нормального уровня ответственности, при этом с уникальным объемно-планировочным решением. Это комплекс разновысотных объемов сложной формы, асимметричный, внешнее пространство, при этом осложняет ситуацию наличие внешних пространственных стержневых, ламельных, вот, как можно видеть, фасадных конструкций, которые имеют сложный характер обтекания, интуитивно сложно предсказать, как там это все будет работать. Вот. Ну, третий район – это так, для справки просто. Ну, как вы видите, применять аэродинамические коэффициенты из СП тут довольно сложно однозначно. Вот. И как бы с таким небольшим, ну, по сути дела, не уникальным зданием идти в аэродинамическую трубу тоже как бы вопрос целесообразности, он открытый. Вот, ну, в идеале, наверное, да, но как бы, в общем, вопрос, на мой взгляд, открытый. И, собственно, заказчиком было принято решение провести численное исследование. Ну вот, он взвесил все за и против, решил провести численное исследование, и для того, чтобы максимизировать калибровку, валидацию всех моделей, было сделано несколько различных вариантов. Это, ну вот, итоговые, скажем, модели, которые были которые анализировались, это трехмерная модель здания в чистом поле, вот это левая картинка. Это двумерные модели плоских сечений горизонтальных, на которых считалась аэродинамическая задача в нестационарной постановке, что как бы повышает точность оценки вот пиковых, допустим, давлений. И на основании результатов двумерных задач мы подбирали коэффициенты обеспеченности для обработки результатов стационарных задач. И третье – это трехмерная модель здания с учетом окружающей застройки, собственно, вот это то, что справа можете видеть. И все эти модели анализировались, и на их основе мы получали те параметры, которые необходимы были в дальнейшем проектировании. Ну, основным, конечно, объектом исследования были вот эти самые внешние фасадные ламельные конструкции, из-за которых вообще основной как бы основные вопросы поднялись. Ну и что по результатам моделирования было получено? Ну, первое, что как бы интегральная такая самая обобщенная оценка, это суммарные нагрузки на все здание, на весь вот домен здания, на все вместе. Вот на слайде приведены показатели для, так получилось, наиболее неблагоприятного направления ветра, это угол 60 градусов, это получается северо-восточный. Вот. Ну, когда ветер дует на наиболее широкий фасад, что, в общем-то, тоже достаточно логично. Следующее, что было определено, это среднее давление, распределение средних давлений на фасадные конструкции. Ну, пример результатов приведен на слайде, это картина распределение в сечениях здания, и при необходимости также можно оценить значение давлений на высоте 10 метров, график по определенным точкам. Вот, тут хочется отметить, что даже участники дискуссий с разных сторон, они как бы соглашаются, что вот эти интегральные оценки, это суммарные нагрузки и среднее давление, они в принципе вполне определимы численным моделированием, вот, насколько я могу судить. И, в общем, наши калибровочные расчеты сравнительные, они это подтверждают, что, в принципе, в ряде случаев, когда мы сравниваем аэродинамическую трубу с численным расчетом, по крайней мере, по средним давлениям, все достаточно неплохо бьется. 5 минут, хорошо, спасибо. Так, ну и пиковое давление, это как бы такой, насколько я понимаю, один из самых таких спорных моментов. Тут мы по этому объекту работали в сотрудничестве с Сергеем Ивановичем Дубинским, который выступал на предыдущей секции. Вот, мы использовали рекомендованную им методику инженерную, такую гибридную, когда мы
определяем пиковое давление на основе задачи стационарной, то есть которая как бы, ну, считается недостаточно точной, при этом на нестационарные задачи при обтекании во временной области мы определяем вот указанный на слайде коэффициенты обеспеченности пульсации. То есть мы, грубо говоря, сравниваем стационарную задачу с нестационарной, смотрим, насколько там идет расхождение, и используем вот такой коэффициент обеспеченности, чтобы, ну, как сказать, повысить точность стационарной задачи, повысить ее приближение к результатам нестационарным, которые как бы в трехмерной постановке проводить довольно ресурсозатратно. Ну вот, примерно результаты нестационарных расчетов, как выглядят при южном ветре. Можно видеть картины завихрений. Также мы завели несколько областей мониторинга. Это, собственно, ламели, на которых можно видеть, что вот на левом графике внизу можно видеть определенные статические нагрузки при таком ветровом обдувании. Это вот горизонтальные линии. При этом есть также у многих ламелей с различной частотой наблюдались пульсации. Вот это было использовано для определения коэффициентов динамичности, ну и для динамической оценки нагрузок на вот эти гибкие ламельные конструкции. Ну, посчитать аэродинамику – это еще не конец всего исследования. Дальше надо дать какие-то удобоваримые результаты для использования расчетчиками, проектировщиками уже самих там, стержневых, допустим, конструкций, ну, то есть прочностных моделей. В данном случае, поскольку мы рассматривали в первую очередь ламели, мы дали табличные значения максимальных динамических с учетом динамичности нагрузок на каждую отдельную ламель, чтобы их можно было проверить на прочность, а также для определения нагрузок на опорные закладные конструкции, закладные детали, которые, через которые крепятся фасадные системы к несущим конструкциям самого здания. Мы разделили ламели на группы и дали суммарные нагрузки на них, то есть получился такой некий аналог зон аэродинамических коэффициентов, как из СП-20. Вот далее по СП-шным методикам была проведена оценка резонансов по предоставленным заранее коллегами прочностным моделям. Определяли формы колебаний, частоты, вот проводился анализ с применением СП-шных методик, проверялись на возможность возникновения резонансно-вихревого возбуждения, на силы, которые при нем могут проявиться, и, собственно, давались рекомендации по учету этих явлений в прочностном расчете. Ну вот, как бы, поскольку есть вот эти все вопросы вышеупомянутые в процессе проектирования. Задача была численное исследование провести, и для того, чтобы плавно, как бы подконтрольно все это делать, мы делали ряд подготовительных калибровочных расчетов. Вот на слайде можно видеть пример сравнения, ну, калибровочных расчетов со сравнением с различными другими методиками. Вот уже, опять же, Сергей Иванович упоминал базу данных Токийского политехнического университета. Вот один из примеров предварительных калибровочных расчетов, которые мы проводили при решении данной задачи, это вот сравнение результатов аэродинамических коэффициентов по аэродинамической трубе ТПУ по стационарному расчету численной модели и по СП-20. Вот, как видите, в принципе, по средним аэродинамическим коэффициентам картины достаточно схожи, и можно сказать, что сходимость вполне удовлетворительная. Также проводились максимально приближенные расчеты для сравнения с СП и так далее. И, в общем, все давления, они были с СП достаточно сопоставимы. Все, я уже почти закончил. Ну, и так, выводы представлены на слайде. Все, что я, все разработанные модели, все полученные результаты, я уже вам, в принципе, описал. Также по результатам моделей и их обработки можно сказать, что на основе таких моделей, уже опять же упоминали, возможно также оценивать пешеходную комфортность в окружающей застройке, в окружающей зоне, а также тут немножко мое совместительство вступает в
вступает в игру, это определение зон концентрации ветроэнергетического потенциала для размещения в малой мощности, что, допустим, может быть полезно при проектировании пассивных активных домов, пассивных активных зданий, определить, куда наиболее эффективно размещать малые ветроэнергетические установки. Всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, готов на них ответить. Вопросы, коллеги? Спасибо. А проводилось ли сравнение ваших результатов с методом, если бы мы в лоб применяли методику СП? То есть взяли коэффициенты из СП, сравнили больше, насколько больше, а может быть даже меньше. Ваш результат дал. Спасибо. Ну вот, по сути, одна из картинок, это вот, она как раз это и показывает. То есть тут просто мы здесь, это просто кубик один к одному, да, форма. Вот. Но, по сути, эта картинка, вот она примерно ваш вопрос иллюстрирует. То есть тут, более того, не только с СП сравнено, но и с результатами аэродинамической трубы. Вот внизу... Да-да. Если бы мы, например, вписали в параллелепипед ваше задание, ну и понятно, что это такой топорный, прямой метод. Да-да, я понимаю. Ну вот, я говорю, то есть одна из вот этой череды задач, которую мы решали при калибровочных предварительных расчетах, это мы вот в этот цилиндр, да, расчетный, который я показывал, вот в этот цилиндр мы прежде всего вносили описанный прямоугольный параллелепипед, соответствующий габаритам здания, получали, в принципе, результаты, соотносимые достаточно с тем, что мы получали бы по СП. Вот. Но еще это как бы пока что в планах, потому что объект этот еще в разработке находится, ну, окончательные там расчеты. И в планах было в конечном итоге сравнить еще дополнительно, как... одна и другая методика, то есть топорное приложение ПСП и численное моделирование, как оно в итоге скажется там, на итоговом армировании, например, на материалоемкости. То есть это еще пока не было сделано, но это находится в планах. Вот. Спасибо за вопрос. Спасибо, еще поблагодарим докладчика. Спасибо большое. И переходим к следующему докладу. Комплексные расчетно-экспериментальные исследования как инструмент развития деревянного домостроения. Горностаев Александр Валерьевич, Глобус Экспертиза. Дистанционный доклад, будьте добры, запустите. Доклад видно, но не слышно. Александр Валерьевич, вас не слышно. Включите микрофон. Микрофон. Александр Валерьевич, ваш звук отсутствует. Включите свой микрофон. У вас не в списке, а у вас прямо должен быть включение микрофона. Алло, слышно меня? Да, сейчас слышно. Но это Михаил Борисович? Да, это я, Михаил Борисович, да. Давайте мы тогда на следующее решение, следующий доклад, пока технические вопросы. Особенности расчетов нормальных сечений железобетонных конструкций по СП-63 бетонной железобетонной конструкции. Я так понимаю, будет докладывать Краковский Михаил Борисович, МПКТБ, оптимизация. Уважаемые коллеги, мой соавтор Игорь Николаевич Тихонов, представляющий НИИЖ, и я, Михаил Борисович Краковский,
представляющий ООО НПКТБ оптимизации, предлагает вашему вниманию доклад «Особенности расчета нормального сечения железобетонных конструкций по СП-63». СП-63 является основным документом, регламентирующим расчет и конструирование железобетонных конструкций. Для расчета прочности нормальных сечений этот документ предусматривает два подхода: нелинейную деформационную модель НДМ и метод предельных усилий МПУ. Нелинейная деформационная модель – это общий подход, который рекомендуется для всех сечений, всех типов при любом армировании. Метод предельных усилий МПУ допускается применять для простых элементов прямоугольного, таврового, двутаврового сечения при арматуре, сосредоточенной у грани. Разница между этими подходами заключается в том, что у них разные критерии прочности. При расчете по НДМ сечение считается прочным, если максимальные относительные расчетные деформации бетона и арматуры не превышают предельных значений. В методе предельных усилий МПУ сечение считается прочным, если действующие усилия не превышают усилия воспринимаемых. Мы на основании конкретных примеров сравним результаты, получаемые при использовании этих двух подходов, сделаем определенные выводы. Все расчеты проводили по программе ОМ-СНИП-железобетон. Для начала рассмотрим расчет характерных сечений. Двутавровое сечение и прямоугольное сечение – это сечение изгибаемых элементов. Квадратное и кольцевое сечение – это сечение внецентрально сжатых элементов. Все сечения армированы сталью класса А500 и классы бетона B15, B20, B25 и B25. Расчеты сечений 1 и 2 проводили по следующему алгоритму. На первом шаге задавали определенное армирование. Далее на втором шаге расчетом по МПУ определяли максимальный изгибающий момент МАЛТ, воспринимаемый сечением, а также высоту сжатой зоны бетона при действии этого момента МАЛТ. Затем переходили к расчету по НДМ. По НДМ подбирали минимальное армирование из условий прочности сечения при действии момента МАЛТ, а также определяли высоту сжатой зоны бетона. Во всех случаях расчета по НДМ армирование оказывалось не меньше, чем при расчете по МПУ. Поэтому на пятом шаге мы определяли перерасход армирования при расчете по НДМ по сравнению с расчетом по МПУ. Здесь показаны результаты расчетов сечений 1 и 2. В первом столбце показаны номера расчетов. В третьем столбце показано армирование, заданное для расчета по МПУ. Во втором столбце показаны моменты МАЛТ, максимальные моменты, которые могло воспринимать сечение при заданном армировании. В столбце 5 показано армирование, которое получено при действии момента МАЛТ по НДМ. В столбцах 4 и 5 показаны относительные высоты сжатой зоны КСИ-М при расчете по МДУ и КСИ-Н при расчете по НДМ. И, наконец, в седьмом столбце показан перерасход армирования, полученный по НДМ. Давайте посмотрим полученные результаты. Везде оказалось, что КСИ-Н больше, чем КСИ-М. И перерасход арматуры по НДМ тем больше, чем больше перерасход
Нет, это что? И перерасход арматуры тем больше, чем больше значение XN и XM, и чем больше разница между этими значениями. В расчетах 1,2 сечение 1 и в расчетах 1,2,3 сечение 3 армирование получилось одинаковым, что по НДМ, что по НДМ, поскольку высота сжатой зоны была небольшой. При увеличении высот сжатой зоны XN, XM и при увеличении разницы между ними, армирование по НДМ, перерасход составлял 62% для сечения 1 и 25,4% для сечения 2. Это явление имеет простое физическое объяснение. Здесь на схеме показана схема сечения, прямоугольное рассечение изгибаемого элемента при действии момента M-ALT. При расчете по МПУ эпюра напряжения в сжатой зоне прямоугольная, и все напряжения в бетоне одинаковые и равны расчетному сопротивлению. При расчете по НДМ картина иная. Здесь напряжения в бетоне различны, и они уменьшаются по мере приближения к границе сжатой зоны. Оно уменьшается по мере приближения к границе сжатой зоны. Эти напряжения зависят от диаграммы состояния напряжения деформации. Если напряжение уменьшается, то при этом видно, что в НДН по сравнению с МПУ уменьшается плечо внутренней пары усилий сжатого бетона и растянутой арматуры. Раз уменьшается плечо внутренней пары, то для того, чтобы воспринять тот же самый момент, что и при МПУ M-ALT, необходимо увеличивать усилия в бетоне и в арматуре, а увеличение усилий в бетоне ведет к увеличению площади сечения арматуры. Михаил Борисович, 5 минут. Еще хотел обратить внимание на расчет 5. В этом расчете в терминологии МПУ мы находимся в зоне переармирования. При переармировании в МПУ сжатая зона бетона ограничивается значением CR. И поэтому усилие в арматуре равно усилию в сжатой зоне бетона, и можно определить несущую способность сечения. При расчете по НДМ такого ограничения нету. И решение уравнения равновесия не существует, и определить несущую способность сечения нельзя. Следующий слайд – это результат расчета сечения 3 и 4, квадратного сечения и сечения кольцевого. Здесь для квадратного сечения картина та же самая. При увеличении высоты сжатой зоны XN и XM перерасход арматуры по НДМ увеличивается и достигает 30%. При небольших высотах сжатой зоны армирование получается одинаковым и по НДМ, и по МПУ. При расчете кольцевого сечения картина несколько иная, поскольку здесь армирование находится не у грани, а распределено по контуру сечения. Но здесь перерасход арматуры по НДМ тоже оказывается очень большим,
от 27 до 78%. Мы также рассчитывали экспериментальные балки. Испытанные в них, в этих, эти балки были размерами 120 на 200 миллиметров и 120 на 300 миллиметров. Они были армированы двумя стержнями 16 и двумя стержнями 12 арматуры класса АВ-500П и изготавливали их из бетона класса Б-30 и Б-60. Алгоритм расчета этих балок был следующим. При принятых в эксперименте характеристика каждой балки по МПУ определяли максимальный воспринимаемый момент МАЛТ, а затем подбирали армирование балок по НДМ при действии момента МАЛТ. И здесь картина оказалась такой же, как и раньше. При большой высоте сжатой зоны в балке 120 на 300 армирование получалось одинаковым и по МПУ, и по МПМ, а при большой высоте сжатой зоны в балке 120 на 200 перерасход составлял 27%. То есть если высота сжатой зоны была небольшая, то расчеты то результаты одинаковые, если высота сжатой зоны большая, то наблюдался перерасход по НДМ. И, наконец, обратимся к реальным конструкциям. Мы проводили расчет перемычек по ГОСТ-948-84. Эти перемычки армированы арматурой класса А3 и изготовлены из бетона Б-25. Расчет проводился с целью выяснить возможность экономии арматуры при замене арматуры класса А3 арматурой класса А500СП, АУ500СП. Здесь в верхней таблице показаны марки перемычки всего. Мы рассчитывали 4 перемычки. Здесь показаны размеры прямоугольного сечения перемычки и действующий момент. В нижней таблице показаны результаты расчета перемычек. В столбце 2 показаны армирование перемычек арматуры класса А3. В столбце 3 и 5 показаны армирование, полученное при расчетах по МПУ и НДМ. И экономия, получаемая экономия показана в столбцах 4 и 6. Так вот, мы видим, что при расчете по МПУ в расчетах 1, 2, в перемычках 1, 2, 3, 4 экономия составляла 56, 36, 0 и 46%. А при расчете по НДМ для перемычек 1, 2 и 4 экономия составляла 0, 36 и 22%, а для перемычки 3 экономии не было, оказался перерасход арматуры 56%. И здесь в седьмом столбце показан перерасход арматуры при расчете по НДМ по сравнению с расчетом по МПУ. Этот перерасход был от 0 до 56%. Еще раз остановлюсь на расчете перемычки 3. Михаил Борисович, давайте к выводам, потому что время у нас, к сожалению, вышло. Я заканчиваю. ГОСТ-948-84 был введен в действие более 40 лет тому назад. За это время мы разработали новые классы арматуры и новые методы расчета, НДМ. И в результате оказалось, что эти все нововведения привели не к уменьшению расхода арматуры, а к увеличению расхода арматуры. И причем это несмотря на то, что эти перемычки в течение десятков лет использовались и никаких аварий не наблюдалось. В общем-то, можно сказать, что расчет по
НДМ является менее эффективным, чем расчет по МПУ, а расчет по МПУ обладает достаточной надежностью, поскольку он оказался единственным, поскольку это был единственный расчет, принятый с НИП 2030184 и применялся в течение многих лет. Ну и, наконец, перехожу к выводам. При расчетах прочности нормальных сечений железобетонных конструкций по НДМ сопротивление сжатой зоны бетона оказывается менее эффективным, чем при расчетах по МПУ. В некоторых случаях это приводит к большому неоправданному перерасходу арматуры, в рассмотренных примерах до 78%. Расчет прочности простых типов железобетонных конструкций массового применения следует проводить по МПУ. Такой расчет, а также использование арматуры классов А500СП, АУ500СП, АВ500СП позволяет экономить миллиарды рублей при строительстве зданий и сооружений из железобетона. И целесообразно продолжать исследования для обоснования возможности включения в СП общего случая расчета железобетонных конструкций при любых сечениях, внешних усилиях и любом армировании согласно пункту 3.28 со звездочкой СНИП 2030184 со звездочкой. На этом мое сообщение закончено. Благодарю за внимание. Спасибо за доклад. Один маленький вопрос, если есть, потому что по регламенту мы уже сильно выбиваемся. Нет, тогда переходим к следующему докладу. У нас готов подключиться гранатовец. Можно один вопрос все-таки, Михаил Борисович? Один. Ну, давайте. Ага. Михаил Борисович, Нечетов Сергей Сергеевич. Вопрос вот в чем состоит. Значит, нелинейная дифференционная модель менее эффективна. Это следует из вашего анализа. Вот. А теперь вопрос такой. А какая более правильная? Ведь на самом деле не могут обрываться, не могут напряжения в форме прямоугольной эпюры вдруг внезапно обрываться. Есть плоское сечение. И деформации не позволяют нарисовать такой прямоугольник. Конечно, деформации будут и ниже этой грани высоты сжатой зоны. И там будет тоже растяжение, там будет тоже сжатие бетона. И оно будет убывать постепенно. Ведь это же более правильный подход. Вот у меня такой вопрос. Ну, мы имеем два подхода. В одном подходе сравниваются деформации, в другом подходе сравниваются усилия. Мы показали, что в том подходе, в котором сравниваются деформации, всегда получается не меньше армирующе, чем в том подходе, в котором сравниваются усилия. Какой подход больше соответствует действительной работе конструкции, действительному распределению напряжения по сечению? Истине, какой соответствует больше? Я согласен, что расчет по НДМ теоретически более совершенен, чем расчет по МПУ. Это совершенство заключается в том, что при расчете по НДМ у нас совпадает граница сжатой зоны бетона и по напряжению, и по деформации. А в расчете по МПУ этого нет. Но с этим фактом десятилетия мирились, и ничего плохого из этого не получалось. Конструкции проектировали, они стояли. А сейчас вот мы ввели вот этот более совершенный расчет, и оказалось, что перерасход арматуры оказывается довольно значительным. Я вот ставлю этот вопрос просто для обсуждения. Что делать для того, чтобы вот это положение ликвидировать? Ведь это же не годится, что в одном и том же документе мы рекомендуем два расчета. И по одному расчету арматуры получается на 78% больше, чем по другому. Но это, по крайней мере, странно. Прошу прощения, коллеги, у нас просто регламент действительно очень жесткий. Я думаю, что дискуссионный вопрос связан с тем, какие методы, подходы применять, и он требует как бы комплексного изучения, в том числе и сравнения с экспериментами в большом количестве, а не на 3-5 образцах. Поэтому я думаю, что стоит это в кулуары перенести и перейти к следующему докладу. Подождите, пожалуйста, дайте мне слово как содокладчику. Это Тихонов Игорь Николаевич. Игорь Николаевич, тогда да. Да, будьте добры. Я хочу обратить внимание ведущего и присутствующих на нашем вот таком серьезном совещании, обратить внимание на серьезность данного вопроса. Мы везде говорим на самом высоком уровне,
то мы должны экономить материальные ресурсы для того, чтобы наша страна не попала, так сказать, в какую-то еще большую, серьезнейшую яму. Значит, и ничего, откровенно говоря, кроме военного, так сказать, мы мало что делаем. Мы говорим много, но делаем мало. Вот мы здесь сегодня показываем, что надо что-то делать. Экономии прежде всего, а не вопросы, которые связаны. Все кричат о том, безопасность, безопасность, безопасность у нас была обеспечена. Но у нас были самые лучшие методы расчета до вот выхода нового нормативного документа. Я ничего не имею против СНИПа 63-го и метод деформационной модели. Да, он универсальный, он хорош, но он недоработан. Я это еще 20 лет назад говорил создателям и продвигающим этот метод расчета. Нельзя ставить телегу впереди лошади. Понимаете, нельзя метод предельных усилий, на который затратили 70 лет, я застал эту школу гвоздевскую, я в ней учился. Столько людей, столько экспериментов, столько было затрачено материальных средств. И мы достигли самого лучшего, совершенного метода расчета. И одним махом мы отказались от него. И сейчас мы вот опять продолжаем. Вы посмотрите, какие доклады сегодня у нас были. Впереди самый первый доклад. Я не стал выступать, но откровенно говоря, это просто какие-то игры в какие-то там модельки и прочие дела, которые, в общем-то, результата практически никакого не имеют. Вот вам практический результат, который сегодня вот доложил Михаил Борисович. То же самое и... Не соглашусь по поводу результатов. Давайте мы все-таки более широкую дискуссию и более специализированную перейдем. Вот для этого мы сегодня выступаем. Что надо начинать кратчайшую дискуссию по нашим методам расчета железобетона. У нас здесь, к сожалению, не предусмотрено время для дискуссий. Поэтому я предлагаю вынести... Зачем вообще данное мероприятие? Оно для того, чтобы мы нашли какие-то пути для совершенствования расчетов, внедрения инновационных разработок. Вот для этого оно здесь. Вот мы сейчас об этом и говорим. И не надо торопиться. Надо перенести на другое мероприятие, которое носит все же конференцию. Да, давайте мы дадим выступить людям, не будем... У нас впереди еще 5 докладов, и времени очень... Спасибо за внимание. Спасибо большое, еще раз прошу прощения, но действительно время, к сожалению, в обрез. На такие вопросы времени не надо жалеть. Комплексное расчетно-экспериментальное исследование как инструмент развития деревянного домостроения. Горностаев Александр Валерьевич, прошу. Да, коллеги, здравствуйте еще раз. Доклад виден, слышу вас. Представлюсь коротко. Горностаев Александр, главгосэкспертиза, параллельно с основной работой в рамках сейсмоассоциации евразийской, занимаюсь по мере возможности вопросами деревянного домостроения. Значит, коротко, если позволите, актуальность применения деревянных конструкций, особенно в сейсмоопасных районах страны. Ну, я даже не буду тут долго останавливаться на всех аспектах применения деревянных конструкций. Мы видим, например, что древесина значительно легче железобетона примерно в 5 раз, стали примерно в 15 раз. В то же время по относительной прочности древесина превосходит железобетон в 3-5 раз и успешно может конкурировать с малоуглеродистой сталью. С другой стороны, особенности деревянных конструкций определяются податливостью соединений и узлов. Поэтому значение параметров колебательного процесса, опасные для конструкции из металла и железобетона, для древесины могут оказаться вполне допустимыми. Алло. Это обстоятельство следует учитывать при использовании опытных данных. Нормативная база, на которой сейчас основано проектирование деревянных конструкций в сейсмических районах, в первую очередь, это наш СП-14, СП-451, СП-452. Два последних ввода правил. Никаких дополнительных требований к проектированию не устанавливают.
а в части предельной высоты таких зданий ссылаются на основной СП-14. В настоящее время здания из деревянных конструкций строятся как по классической технологии из цельных бревен или бруса, в том числе клееного, так и по индустриальной технологии, предполагающей использование произведенных в заводских условиях конструкций стеновых панелей, балок, панелей перекрытия и так далее. При этом в индустриальном домостроении могут быть использованы различные конструктивные решения и схемы зданий – панельные, щитовые, каркасные, комбинированные и так далее. В соответствии с требованием таблицы 6.1 действующей редакции 14 СП в сейсмических районах для деревянных зданий установлены ограничения по высоте 8 метров 2 этажа и 4 метра 1 этаж на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов соответственно. Указанные ограничения, на наш взгляд, связаны прежде всего с недостаточной изученностью особенностей работы и резервов конструкций указанного типа зданий при сейсмическом воздействии, что ограничивает возможность построения адекватных расчетных моделей. В таких случаях, согласно пункту 6 статьи 15 384 Федерального закона, возможность расширения области применения конструкций зданий может быть подтверждена результатами расчетов, выполненных по сертифицированным методикам и на основании результатов исследований. В связи с этим целью комплексных расчетно-экспериментальных исследований является оценка механической безопасности каркасно-панельных зданий для расширения сферы возможной применения этих систем в районах повышенной сейсмической опасности. Ну, на сегодняшний день мы занимались испытанием конструктивной системы, разработанной открытым акционерным обществом «Сахалин Инжиниринг» для строительства малоэтажных жилых зданий. Об этом достаточно подробно я лично рассказывал на предыдущем нашем форуме, поэтому для общей информации коротко пройду по принципиальным аспектам. То есть эта система предполагает выполненную в заводских условиях конструкцию стеновой панели и панели перекрытия. Ну вот на данных слайдах показаны натурные, так сказать, фактически построенные здания по этой технологии. Для исследования был выбран двухэтажный фрагмент, аналогичный одному из реальных объектов, построенных на Сахалине. В процессе испытаний выполнялись поэтапное нагружение одно- и двухэтажного фрагмента статической и динамической нагрузкой. Вот здесь указан стенд. Для статического нагружения были применены гидравлические домкраты, для динамического нагружения – вибромашина. Ну, естественно, была целая группа приборов, которые контролировали все наши результаты. Об этих результатах тоже было достаточно подробно доложено в предыдущем. Результаты испытаний. Наглядные результаты испытаний. Ну, первое, что всегда бросается в глаза, это раскрытие вертикальных стыков в местах стыковок стеновых панелей. Естественно, максимальная ширина в районе перемычек. Следующий характерный эпизод – отрыв нижней грани стеновой панели от обвязочного бруса в уровне фундаментов. Ну и самопроизвольное извлечение гвоздей из тела обшивки после динамических воздействий. Для минимизации вот указанных ранее дефектов была предпринята вторая схема усиления конструкций полосовой сталью, после чего были проведены аналогичные первым испытания, которые подтвердили, что усиление деревянных конструкций в местах стыков стальными лентами является достаточно эффективным решением. Но при этом, тем не менее, отмечаются те же самые проблемы при гвоздевых соединениях. Это самопроизвольное извлечение гвоздей после динамических воздействий. Ну, естественно, были проведены параллельно расчетные обоснования нашего фрагмента. Ну и по расчетным обоснованиям
хочется немножко остановиться. Вопросы в области совершенствования расчета неразрывно связаны с учетом нелинейных зависимостей. Мы все прекрасно понимаем, что деревянные конструкции работают, ну, совершенно иначе, нежели те же стальные или железобетонные конструкции. Причем это касается всех этапов, как нагружения, так и разрушения. В этой связи применение эффективных деревянных конструкций методов их расчета с учетом нелинейной зависимости различного рода позволит получить реальную картину напряженно-деформированного состояния и возможность значительного снижения уровня максимальных напряжений. Как следствие, это может привести к снижению материалоемкости, повышению сейсмостойкости и возможности повышения этажности деревянных зданий в сейсмически опасных районах. Теперь рекомендации, изменение норм сейсмостойкого строительства для деревянных зданий. Ныне действующая редакция 14 СП, как я уже говорил, ограничивает этажность зданий двумя и одним этажом для 9 баллов. СП 14 с изменением 1, отмененный в свое время, устанавливал для тех же самых зданий при сейсмичности 7 баллов 15 метров и 4 этажа, при 8 3, при 9 2. Ныне предлагаемый вариант изменения номер 4 к СП 14 значительно расширяет описание конструктивных схем деревянных зданий, но касаясь зданий каркасно-обшивных конструкций, ну то есть тех, которых мы испытывали, в общем-то, все значения высоты и этажности остались на прежнем уровне. Вот с этим аспектом можно поспорить, потому что проведенное нами испытание, ну, я считаю, что достаточно полно подтвердило возможность использования таких конструкций, ну, например, для семибальных площадок высотой в 3 этажа. Рекомендации. Сейчас в этом же СП, изменение 4, подчеркиваю, приводятся достаточно многообразные варианты конструктивных решений. Например, вот равносвязевый или связевый каркас с диафрагмами, ядрами жесткости, в том числе железобетонным или стальным каркасом. Ну, это такие конструкции, которые я бы на сегодняшний день, наверное, назвал, ну, если не экспериментальными, то во всяком случае, ну, требующими дополнительных каких-то исследований и обоснований. А вот в качестве максимально возможно быстрого применения деревянных конструкций для жилых и общественных зданий в сейсмических районах можно рассмотреть возможность использования деревянных стеновых панелей в качестве наружных ограждающих конструкций каркасных зданий. Панели в этом случае должны проектироваться как навесные, ну или самонесущие, естественно, не участвующие в работе каркаса. И здание с таким каркасом должно проектироваться с учетом требований действующего СП-14 и не потребует его изменений или корректировки. При этом использование облегченных деревянных стеновых конструкций может положительно сказаться на эффективности проектных решений за счет сокращения материалоемкости как самого каркаса, так и фундаментов зданий. Ну, спасибо за внимание. Коротко я закончил. Спасибо большое и за доклад, и за краткость. Маленький один вопрос, если есть. Нет вопросов. Тогда следующий доклад. Актуальный вопрос нормирования расчетов испытаний и сертификации сейсмоизолирующих устройств с учетом задач импортозамещения. Костров Виктор Владимирович, эксперт МГТ, президент ТАО ЦВС. Пожалуйста. Готов у нас докладчик? Да, видим ваш доклад, но пока не слышим. Виктор Владимирович, мы вас не слышим. Включите, пожалуйста, микрофон. Виктор
Виктор Владимирович, не слышно. Виктор Владимирович, включите микрофон свой. На вашей стороне выключен. Вот сейчас слышно, да? Сейчас вижу. Да. Да. Да, сейчас слышно. Слушаем вас. Сейчас все в порядке, да. Поехали. Тогда, значит, первый лист, пожалуйста, покажите. Тема моего сообщения не очень благодарная, потому что мне придется говорить о нашем знаменитом СП-14. Руслан, покажите первый слайд, пожалуйста. Да, хорошо. Ну, надо сказать, признать, что СП-14 является полным анахронизмом в сравнении со всеми существующими нормами. Ну, с учетом краткости времени, я просто остановлюсь на том, что в нем, начиная от состава документа даже и кончая конкретными вещами, такими как определение исходного проектного сейсмического воздействия, учетом грунтовых условий, рекомендуем спектром динамичности, спектрами реакции, отказом от метрики интенсивности землетрясения, выраженной в ускорениях, пренебрежение вертикальной составляющей сейсмического воздействия, применением совершенно необоснованных эмпирических коэффициентов К1, понимаете? То есть это они просто взяты с потолка, если говорить таким неинженерным языком. Существуют просто грубые ошибки в определении сейсмических ограничений. Норма не представляет расчет пи-дельта эффекта, который является одним из основных причин разрушения здания с гибкими этажами. Это практически все здания, где там нижний этаж, это гаражи и прочее. Да. Наши нормы полностью игнорируют современные методы обоснования сейсмостойкости и мировой опыт сейсмостойкого строительства. Не только, так сказать, отраженное в Еврокоде 8, который является классическим документом, но также и в современных нормах на страны СНГ, на постсоветском пространстве. Так что, и, к сожалению, даже наша расчетная практика сейсмостойкости значительно опережает СП-14, то есть СП-14 не успевает за даже отечественной практикой сейсмостойкого проектирования. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, я просто вам скажу шокирующую вещь, что мы в течение, начиная с 50-х годов, мы занижаем сейсмические перемещения в пределах от 4 до 16 раз. То есть норма просто неконсервативна и опасна. Возникает вопрос, а почему у нас ничего не рушится? Очень просто, потому что, к счастью, Россия относится к зоне низкой сейсмичности, и у нас за последние 10 лет не было воздействий порядка там 0,2 же. Это спасает, потому что если бы у нас было бы, допустим, сотрясение порядка того, что было в Турции, у нас бы все бы здания, где на первом этаже у нас гаражи, они все бы легли как гибкие этажи. Так что и это невозможно исправить. Я это неоднократно докладывал, показывал, как это арифметика, понимаете, даже не геометрия, там, не алгебра, понимаете, но ничего добиться нельзя. У нас, понимаете, какая еще проблема? У нас не проводится вероятность оценки сейсмической опасности нормальной, практически у нас в Институте физики Земли есть только две лаборатории, которые этим серьезно занимаются, а на практике это делает только вот Ольга Павловна, спасибо ей, пожалуйста, да, большое. И тут Васян. Ну и также у нас нет оценки риска сейсмического. И здесь я хотел бы обратить внимание, что у нас отсутствует в нашей практике базовая величина стоимости человеческой жизни, которая позволяет проводить все оценки рисков и страховые выплаты. То есть мы до сих пор не знаем, сколько у нас стоит человеческая жизнь. Хочу сказать, что еще в книге Ньюмарка, это первая книга, которую я прочитал, в 1968 году, стоимость человеческой жизни в США была определена порядка 300 тысяч долларов. Сейчас в Калифорнии она приближается к 10 миллионам, а в штатах более бедных порядка 8 миллионов долларов. То есть мы до сих пор, так сказать, не знаем, сколько стоит человеческая жизнь, а это прямо сказывается на том, что мы не можем внедрять антисейсмические меры, потому что у нас меры, у нас нет метрики опасности, связанный с гибелью и материальными потерями. Следующий слайд, пожалуйста. Ну,
какой наш ответ на существующее положение вещей? Значит, первое, то, что касается СП-14, вот наше инженерное сообщество, сейсмологическое и сейсмическое, считает, что нынешний СП-14 не может быть подвержен каким-то косметическим изменениям. Нужно создавать совершенно новый документ на базе Еврокеда-8, на базе опыта наших соседей, которые выдвинули значительный период. И такая работа должна быть, по-видимому, выполнена под эгидой Минстроя в ближайшее время. Это вот то, что касается норм. То есть положение достаточно печальное. Базой развития всех норм является эксперимент и жизнь. То есть, с одной стороны, это изучение последствий прошедших землетрясений, а с другой стороны, создание экспериментальной базы. У нас экспериментальные базы, к сожалению, та, которая была, она исчезла, испарилась, новой практически нет. Поэтому мы взяли на себя инициативу в рамках Евразийской ассоциации, и у нас создан стенд, в общем, уникальный стенд, и его уникальный не с точки зрения его плохости, да, а в общем, уникальный с точки зрения, что таких стендов немного, и такой стенд сейчас создается в Неваде по опыту вот нашего стенда для испытания конструкции. Он фактически гораздо дешевле, чем все подходы сейсмоплатформы. То есть это инверсионная система, которая позволяет нагружать само строение, ну, примерно как мы делаем там вибратором при испытании зданий. Да? Значит, это масса, которая может меняться вариативно от 400 до 3000 тонн, и таким образом мы можем сейсмические опоры или просто опоры нагружать нагрузками статическими от 100 до 750 тонн. Значит, мы нагружаем толкателем и потом резко отпускаем. В результате у нас система колеблется на собственных частотах, на всех формах собственных колебаний. Плюс еще дополнительно существует мощный демпфер, и таким образом можем испытывать и опоры, и демпфирующее устройство. Следующий слайд, пожалуйста. Этот стенд работает. Он находится в Санкт-Петербурге. Вот, на нем проведены первые испытания пространственной 3D сейсмозарыжной системы, контроль сейсмических перемещений при полной статической и динамической нагрузке. То есть перемещение там порядка плюс-минус 350 мм. И вы видите вот на верхних слайдах, это, так сказать, общий вид толкателя и стенда, а на нижних слайдах это уже на запредельные сейсмические перемещения пружинный блок пространственный и также пространственный демпфер. То есть все это испытывает на реальные нагрузки и перемещения. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот на этом слайде показаны последние испытания, испытания резинометаллической опоры, ЛРБ. То есть вот в Курске оказались совершенно замечательные энтузиасты-инженеры, которые практически сейчас производят резинометаллические опоры и высокодемпфирующие опоры, в общем, по качеству не уступающие, допустим, опорам Bridgestone и других марок известных. То есть вот такие испытания были приведены, и на слайде, допустим, слева внизу вы видите резинометаллическую опору, нагруженную до предельного состояния. Ну, это порядка там 70 мм. Следующий слайд, пожалуйста. Кроме этого стенда, который был создан в последнее время, да, и на нем мы приглашаем, и он может использоваться в качестве сертификационного стенда и валидирующего стенда для всех сейсмических опор, нами создан также стенд для детальных изучений линейных и нелинейных характеристик опор и демпферов. Ну вот на левом слайде вы видите, что у нас предусмотрено нагружение как в вертикальном, так и горизонтальном направлении, то есть мы можем по-разному нагружать и опоры, и демпферы, и получать их полные характеристики, на основе чего потом делаются уже правильные, корректные энергетические модели. То есть этот стенд тоже работает, это тоже наши инвестиции в современную отеческую инженерию. Нам крайне не хватает стендов, всегда не хватало стендов, а сейчас у нас закрыты практически возможности испытывать что-либо за рубежом, поэтому создание таких стендов является, в общем, первостепенной задачей. Следующий слайд, пожалуйста.
Ну и, наконец, я сокращаю время моей презентации, потому что, как я понимаю, мы уже выбились из графика совершенно. Значит, в свое время мы изобрели конструкцию демпфера, многокомпонентного 3D-демпфера, который является очень популярным, так сказать, изобретением во всем мире. Сейчас установлено там десятки тысяч таких демпферов по всему миру, от Японии до Америки. И мы в свое время передали это производство в Германию, потому что там было дешевле и лучшего качества. Но в связи с тем, что произошло с нами со всеми в последнее время, мы не производили демпферов 1995 года, но мы возобновили производство демпферов, и сейчас демпферы по нашей конструкции производятся у нас в Петербурге. Поэтому эти демпферы применяются как в сейсмоизолирующих системах, как для защиты от вибраций, защиты от сейсмики и так далее. Так что это мы сделали, все работает, поэтому мы принимаем заказы, и сейчас демпферы поставляются и в нефтяную, и газовую отрасль, и в строительную, ну и также на атомный проект Российской Федерации. Вот это краткое сообщение, которое я хотел бы сделать, и надеюсь, что я занял не очень много времени. Спасибо за внимание. Доклад «Обобщение опыта применения результатов испытаний конструкции зданий, возводимых в сейсмоопасных регионах РФ и усиленных композитными материалами». Грановский Аркадий Гуфович, доцент кафедры ЖБК НИУ МГСУ. Прошу, Аркадий Гуфович. Добрый день, коллеги. Будьте добры, следующий слайд. Да, вас слышно, видно. Спасибо. Я хочу остановиться на, в общем-то, на таком же болезненном вопросе, который Костарев изложил по поводу сейсмоизоляторов. Это вот данные, которые где-то в 2014 году были опубликованы, и я вам скажу, они не намного изменились. Для самой передовой страны вот такое применение, объем применения, это вообще трагедия. И связано оно, тут уже выступали коллеги, это Краковский, Тихонов, говорили о том, что реализация у нас трудная. Ну, Игорь Николаевич сказал о яме в области теории. Я только с этим могу согласиться. И вот в чем проблема. Понимаете, в чем дело? Мы для того, чтобы сделать, усилить применение композитного материала, ну, стандартно, нужны деньги и нужны люди. Люди есть, но эти работы требуют финансирования, как оно производится в передовых европейских странах и в Америке. Будьте добры, следующий слайд. Значит, в настоящее время бесконечные споры идут о том, что надо применять, какой материал надо применять, композитный на основе угля, базальта или стекловолокна. Вы знаете, в Европе, на Западе уже давно точно с этим определились. И, например, самолетостроители применяют базальтовое волокно, оно более, несмотря на дорогостоящее, оно более надежно. Следующий слайд. Я буду телеграфно говорить, потому что времени нет. Мы по просьбе заказчиков мы проводим все испытания только за частичное наше финансирование. Мы проверили возможность применения этих сеток в наших наружных стенах. Следующий слайд. И выявили, что следующий слайд, пожалуйста. И выявили, что применение сетки намного эффективнее точечного применения анкеров для связи наружного лицевого слоя с внутренним. Но мы упорно продолжаем применять анкера, потому что это проще. Мы провели исследования, связанные с оценкой эффективности работы на температурные воздействия кладки из ячеистых бетонов. Следующий слайд. Мы испытали на горизонтальное воздействие стенку, армированную композитной сеткой. Без композитной сетки и с композитной. Следующий слайд. Следующий, пожалуйста. Это данные, которые по применяемой сетке, они ничем не отличаются от тех, которые применяют за рубежом. В этом плане у нас действующие предприятия, их не так много, ну, производят на зарубежном оборудовании, производят достаточно хороший материал, который, к сожалению, к великому применить
без разрешения экспертизы недостаточно. Я поинтересовался, был за границей, поинтересовался, как внедряется у них сетка, какие нужны данные. Вы знаете, если наука подписывается, что этот материал для данной конструкции можно применять, его применяют. Но мы пытаемся это сделать. Нормы пока с ЦНИСКом, я там раньше работал, вместе с Михаилом Ковчевым Ищуком мы сделали рекомендации по применению на основе итальянских нормативных документов. Но, к сожалению, сколько мы не пытаемся их получить, внедрить, чтобы опубликовать, потому что надо двигаться. Могут документы быть ошибочные, но их надо издавать. И, к сожалению, этого пока нет. Все где-то... То есть в этом вопросе, вот следуя терминологии Игоря Николаевича, мы, может быть, еще не в яме, но на краю ямы. Вот вам, пожалуйста, обычная ситуация со стенами при температурных воздействиях и наличие сетки. 30% увеличение несущей способности. Следующий, пожалуйста. Это модель, которую мы использовали при испытаниях. Разрушение происходит при достижении практически деформации очень маленькие. Трещины появляются мгновенно только в момент разрушения. Следующий, пожалуйста. Это модель, следующая трещина. Следующий, пожалуйста. Это характер разрушения. И вот мы получили то, что получили. Вы знаете, мы не открыли Америку. К великому сожалению, это можно было преднаука, это может предвидеть. Но у нас вся наша беда в том, что мы сейчас, у нас наука, это может быть не беда, может правильно, за рубежом так и есть. Наука переходит потихоньку в университеты. Но за рубежом все университеты, я был в нескольких, они снабжены очень хорошей экспериментальными приборами, установками. У нас же, будем говорить откровенно, наиболее в этом плане широкий спектр экспериментальных установок – это МГСУ. Были выделены деньги, где можно делать. Туда попытались ввести специалистов из других институтов. Это разумное дело, но понимаете, в чем дело? Как только появляется много специалистов, появляется необходимость в большом объеме исследований. И эти специалисты, беря аспирантов, вынуждены тоже мытарствовать по скорости проведения своих испытаний. Все должно решаться более расширенно. То есть университеты должны иметь свои базы. Кроме МГСУ, я вряд ли имею... В Томске неплохие установки, но они не позволяют делать испытания в том объеме, в котором хотели бы делать наши ученые-специалисты. Следующий, пожалуйста. Я хочу вам показать испытания, которые мы сделали на двухэтажной модели. Должен вам сказать, что в России таких испытаний, наверное, не так много. Кроме испытаний, которые провел на одноэтажной модели профессор Танких, профессора Танких и Кабанцев, еще аналогичные испытания на натурных образцах кладки из ячеистого бетона и кирпича провели Гасиев и Джамуев. Значит, двухэтажный фрагмент на первом этапе не армированный. Следующий, пожалуйста, вот он в виброплатформе. Вот виброплатформа, пожалуйста, вам двухкомпонентная. Сделана на коленке. Я видел виброплатформы, сейчас ЦНИСК пытается сделать шестикомпонентную. Ну, это, понимаете, это шагнуть из ничего во что-то сверхсовременное. Достаточно трудно. Дай бог, чтобы у них это получилось. Значит, вот фрагмент, нагруженный нагрузкой расчетной на перекрытие, неармированный вариант. Мы его довели до появления первых трещин, потому в кирпичной кладке. Следующий фрагмент. И сделали усиление. Мы усилили, тут немножко, так сказать, был авантюрный момент, потому что было ясно, что усилив стенку, мы тем самым оставляем неусиленную зону перехода первого этажа во второй через более жесткий элемент плиты перекрытия. Я не знаю, здесь слайд. Здесь слайд, будьте добры, пустите, только его недолго так вот продвигаясь.
мы поймали резонанс, и во время резонанса как раз эта зона и выяснилась. Сейчас можно чуть-чуть двигать побыстрее. Вот зона, так, еще, пожалуйста. Вот зона разрушения началась. Это в зоне плиты перекрытия. Оно так и следовало, должно было произойти. Как только появились трещины, мы остановили это испытание. И на третьем этапе мы сделали сплошное армирование. Использовалось углетканей. Вы знаете, те испытания, которые я вам покажу, только фрагменты, которые сделал профессор Танких и Кабанцев, они показали, что вот такие, ну там, правда, одноэтажный был фрагмент, что именно вот такое армирование, за рубежом уже стали это применять, особенно в ячеистых бетонах. Не надо, вот это место запустите, пожалуйста. Значит, при таком армировании, можно побыстрее чуть-чуть. В момент резонанса мы получили разрушение в зоне неармированной, это зона перехода стены в фундамент. Ну, вот здесь вот видно, так сказать, вот они разрушения. Все, можно остановить, чтобы времени не терять. Следующего. Вот зона разрушения. На этом мы разрушили побольше, так сказать. Все арматурные соединения практически при динамических нагрузках типа сейсмических воздействий, они работали слабо. Значит, эти испытания, как испытания профессоров Танких и Кабанцева, показали, что композитный материал – это один из самых современных материалов, и он позволяет в сейсмоопасных регионах заранее, так сказать, исключить те обрушения, которые имели место быть, ну, в том числе и в Турции. Мы видели там разрушение каменной кладки, и в Италии предыдущие испытания. Вот испытание разрушения в опорной зоне. Понимаете, в чем дело? Мы сейчас часто спорим, нужно ли стекло, на основе стекловолокна применять, как заканчиваю я уже, для армирования, внешнего армирования или арматурных элементов. Значит, надо не спорить, а надо пытаться провести эксперименты и сделать. Потому что все усилия, которые сейчас прикладывает Степанова, профессор, сейчас я к этому перейду, Степанова и еще несколько, так сказать, ведущих специалистов, пока они не получают финансовой поддержки. Без испытаний это ничего не сделать. Я вот полностью согласен с Костаревым, который сказал, что база всех норм – это эксперимент. Не будет эксперимента, не будет финансирования. Мы будем оставаться вот на том красивом месте, которое называется 1%. А теперь я хочу показать вам те испытания. Я не буду демонстрировать их. Испытания, которые провел профессор Танких. Это платформа в Петербурге. Вот она, армирование композитным материалом одного образца и неармированного второго. При воздействии близких к 7 баллам вот этот образец неармированный развалился. Вот сейчас просто вы увидите картину этого испытания. Буквально тут секунды. И при этом образец армированный остался цел. Здесь верните чуть-чуть назад. Ну ладно, все, там уже не вернуться. Вот эти испытания единичные, к сожалению, в такой большой стране, как Россия. Вот разрушение, и в это же время вы видите совершенно целый образец армированный. У нас есть проблема, но это все зависит от уровня проектировщиков. Что композитный материал в сжатой зоне практически исключается из работы, недостаточное качество сцепления композита, складка и так далее. Но правильное армирование позволяет выйти из этого положения и найти. Это вот испытание того же, той же только железобетонной конструкции, выполненной танки. На этом, еще быстренько. Значит, мы провели испытание фрагментов на перекос. Получили, что армирование композитными материалами, здесь базальтовые волокна, основе базальтового волокна, на 30-40% эффективнее, чем неармированный. Следующий, пожалуйста.
это испытание, это стенки из ячеистого бетона в натуральную величину, не армированного. Дальше, пожалуйста. Вот это не армированное, причем мы варьировали уровень обжигателя, чтобы выйти на разноэтажные нагрузки вертикальные. Следующее, пожалуйста. Вот характер разрушения неармированной конструкции, собранной, так сказать, это. Следующее, пожалуйста. Мы испытали вот такую же систему, но армированную. То есть материал, раствор, кладка, все, конструкция однотипная. Но принято армирование вот такое. И вот вам результат. Испытывались при воздействии в соответствии с 7, 8, 9 баллов по шкале МСК-64. Мы практически не получили разрушений на конструкции. Ну, за исключением перемычки, она была двойная. Железобетон, снаружи, естественно, бетонный блок, коробка. Следующий, пожалуйста. Буквально коротко, я выводов никаких. Понимаете, время уже не терпит. Если мы будем продолжать дальше в таком темпе проводить исследования, то мы будем оставаться на краю ямы, или уже, как выразился Игорь Николаевич, в самой яме. Такие исследования за рубежом проводятся в очень большом объеме. Авиационщики уже давно делают конструкции из на основе базальтового волокна с применением ленты с базальтового волокна. Мы пока из-за того, что у нас отсутствуют нормативы, у нас на них не хватает денег. Мы отстаем и очень серьезно. Материал вообще революционный. Я вам хочу напомнить только одну историю. В свое время, в 30-х годах, отец Сергей Капица, привез в Россию оборудование из Великобритании. Ему сразу сделали шаг вперед в области исследований атома. Такая же картина, она везде может происходить. Либо мы будем проводить эксперименты, получать результаты, которые можно будет внедрить нормы, то, о чем говорил Костарев, либо мы будем потихонечку отставать. Спасибо. Да, Аркадий Иванович, спасибо большое за доклад. К сожалению, уже нет времени у нас на вопросы. Я хотел бы в заключении буквально в двух словах благодарить всех докладчиков за такую напряженную дискуссию, большую работу, а слушателей за то, что они выдержали почти полторы секции уже, я думаю, с большим запасом. Считаю, что действительно проблемы стоит обсуждать, и, к сожалению, наш формат не позволяет в полном объеме выстроить дискуссию, да, заслушать все заинтересованные стороны в полном объеме, поэтому приношу извинения тем, кто не смог задать вопросы, но предлагаю проконтактировать с Интерконстроем. Они проводят регулярные разноформатные такого рода мероприятия, и там можно организовать нормальную дискуссию с обсуждением, с принятием решения и с тем, чтобы это решение было опубликовано от ассоциации. И дальше мы пошли уже и по инстанциям, и в нормообразующие институты, ФАО, ФЦС и другие, скажем так, институты, которые отвечают за нормообразование, за исследования и так далее и тому подобное. А тут, к сожалению, у нас формат немножко другой. Спасибо всем большое за работу. Всего хорошего. До свидания. Уважаемые участники, всех благодарим за такую плотную работу. Мы, к сожалению, вынуждены по регламенту приступить уже, может быть, к счастью, приступить к следующей секции нашей. Секция следующая называется «Продолжение секции, которая была вчера». Это «Динамические модели и расчет сооружений для проектных основ. Часть вторая». Модератор данной секции Трёкин Николай Николаевич, доктор технических наук, профессор, почетный член РАСН, заместитель генерального директора, научный руководитель АО ЦНИ «Промзданий». Николай Николаевич, прошу. К
Александр Васильевич. Значит, тема доклада. Особенности обеспечения конструктивных требований изменения номер 3 КСП 385 для реконструируемых зданий и сооружений. Понятна тематика? Так, договоримся, сколько регламент? 10 минут? Ну, 10-13, да, я ложусь. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы хотим представить вашему вниманию вот доклад по практическому применению вот требований изменений 3, но на самом деле не только изменения 3, а изменения 2 тоже там ходит, КСП 385 для реконструируемых зданий и сооружений. На предыдущих секциях некоторые докладчики уже отмечали, что при реконструкции сооружений и зданий возникают вопросы как финансового характера, в части обеспечения защиты здания от прогрессирующего обрушения, поскольку такие конструктивные мероприятия, они обычно выливаются в копеечку. Поэтому и заказчики, ну и проектировщики, они стремятся к тому, чтобы как-то минимизировать эти все вопросы. Значит, в СП 385 у нас в последних редакциях уже вошли некоторые вот послабления по реконструируемых зданиях. Это вот в частности пункт 4.3 при реконструкции необходимо обеспечить защиту от прогрессирующего обрушения в целом или конструктивного блока. Значит, и допускается расчет на защиту от прогрессирующего обрушения не проводить и ограничиваться организационно-техническими мероприятиями для реконструируемых зданий и сооружений. При этом должны выполняться ряд условий, то есть несущая способность и деформативность таких элементов здания в целом должны быть подтверждены поверочным расчетом с характеристиками материалов, полученных при обследовании, и в том числе на особое сочетание нагрузок. Вертикальные несущие элементы, от которых зависит общая устойчивость здания или сооружения по результатам поверочных расчетов способны воспринимать особое воздействие в виде расчетной горизонтальной нагрузки для стержневых элементов 35 кН на уровне 2 метров и 10 кН для пластинчатых на 1 метр поверхности стены в пределах одного этажа. Ну и также должно быть представлено техническое обоснование дальнейшего продления срока эксплуатации здания сооружения. Значит, и для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности, а также для зданий и сооружений, отнесенных к критически важным объектам, значит, должны также выполнено научно-техническое сопровождение, то есть проверка качества проектирования, выполнен сравнительный анализ расчетных схем, параллельные расчеты. Вот. И для также вот есть еще такой же пункт, вот 4.3а, который направлен на здания и сооружения, являющиеся объектами культурного наследия. Для них допускается не рассматривать вот локальные разрушения, которые приведены в СП 385, для элементов, которые отнесены к предмету охраны. Но при этом, опять же, нужно выполнять комплекс организационно-технических мероприятий. Значит, и проектирование таких объектов также рекомендуется вести при научно-техническом сопровождении. Значит, этот пункт уже говорили передо мной тоже докладчики, что для вновь строящихся реконструируемых сооружений, на которых нет не предусмотрено рабочих мест, тоже допускается расчет на прогрессирующее обрушение не проводить и ограничиться организационно-техническими и конструктивными мероприятиями. Так, и для сооружений промышленных предприятий повышенного уровня также должны выполняться тоже условия, которые я ранее называл. Несущая способность должна быть подтверждена поверочным расчетом в рамках научно-технического сопровождения, параллельный расчет с сравнительным анализом, ну и так далее. Также вот для одноэтажных производственных зданий, реконструируемых, допускается вместо удаления элементов рассматривать вынужденную осадку опорной конструкции и покрытия. Ну, соответственно, 1/50 пролета там, для железобетонных армированных высокопрочной арматуры с условным предельным текучести и 1/30 в другом случае. Значит, вот этот пункт, он, в принципе, был
согласован и с экспертизой, обсуждался в научном сообществе, в проектном, и основан он был вот на результатах обследования некоторых зданий, где вот и при пожаре, и которые показывают вот как раз это вот с одного здания, вот первая фотография, и две других, это вот с другого здания, что у нас, ну, одномоментного такого обрушения нету, то есть есть какие-то моменты, где, ну, вот, собственно, видно, что здесь осадка произошла. Вот, ну и дальше это уже практические примеры применения этих пунктов. Это вот здание кардиоцентра, нормальный уровень ответственности, московский каркас сборный, связевый. И здесь вот были применены как раз организационные технические мероприятия по контролю доступа, мониторингу, несущая способность и деформативность были подтверждены поверочным расчетом. И вертикальные несущие элементы были проверены вот на эти как раз особые нагрузки воздействия. И было проведено научно-техническое сопровождение, в рамках которого был выполнен второй расчет и как бы тоже сравнительный анализ, который обычно показывает хорошее совпадение результатов. Ну, здесь вот в частности, вот да, вот рассмотрены были, ну, показано несколько ситуаций, как бы их больше рассматривалось. И, в принципе, ну, так по опыту, в принципе, везде это все удовлетворяет нормам. Ну, учебный корпус РАНХИЗ, город Москва, тоже нормальный уровень ответственности. Ну, в принципе, здесь аналогично предыдущему объекту. Те же самые мероприятия, те же самые расчеты и те же самые особые ситуации. Вот они показаны для стен, для колонн, ну и коэффициенты. Так, дальше это у нас Московский вокзал, город Санкт-Петербург, повышенный уровень ответственности и в то же время это объект культурного наследия. Значит, здесь не все конструкции подлежат защите. И, значит, здесь мы, ну, формально-то, в принципе, как бы СП-385 разрешает нам ничего не делать здесь по особым ситуациям. Но здесь, во-первых, было проведено, кроме ряда мероприятий защитных, организационных, это и транспортная безопасность, и антитеррор, и так далее. Здесь в ходе НТС были рассмотрены вот несколько ситуаций для как раз стены, столбы, вот кладка там как раз находится под охраной. Конструкции, например, покрытия мраморного зала центрального металлической фермы, они уже не подлежат защите, то есть они уже были заменены там в 52 году. И, собственно, были рассмотрены вот варианты с особыми воздействиями для, ну, как дополнительно на стены, на столбы. И для, ну, вот они показаны, где применялись. Дополнительно там была замена деревянного перекрытия на железобетонное, и мы рассмотрели случаи, когда у нас на междуэтажное перекрытие возможно обрушение чердачного перекрытия, то есть перекрытие запроектировано с учетом этих факторов. Ну и также для вот этих ферм, которые я сказал, здесь тоже были рассмотрены аварийные ситуации уже с удалением элементов, пояса, раскосы, и была запроектирована, ну, такая вот поперечная ферма, такие удерживающие, как противоаварийное мероприятие. Так, ну и здесь вот как раз показаны варианты вот с осадкой опоры конструкции покрытия. Это вот одноэтажное промышленное здание. Здесь тоже было рассмотрено несколько таких ситуаций. Ну и, в принципе, по расчету, естественно, там он немножко итерационный получается. По результатам, в принципе, все у нас проходит. Ну и проверка здесь была, чтобы у нас, ну, плиты, не было падения плит. Сейчас, так, ну, приблизительно такое же здание, да, тоже одноэтажное здание, промышленный Череповец. Ну, та же самая история, те же самые аналогичные были проведены расчеты. Все, спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы есть к докладчику? Спасибо. Или вопрос? Есть вопрос.
Алексей, да? Так, микрофон. Да, спасибо за доклад. Можно вопрос? Там либо в последней, либо в какой-то предыдущей версии было в SP385 написано, что в некоторых случаях допускается не делать расчет, если проведена оценка рисков. Что это такое вообще? Были ли хоть раз такие оценки проведены? На самом деле, мы лично не проводили, но как бы у нас был один проект, да, это было связано с атомной промышленностью, но там речь шла как раз о, здесь в этих пунктах, которые я назвал, там тоже написано, что среди этих вот мероприятий, которые дополнительно, там есть и оценка рисков. И как раз там речь в этом проекте шла о том, что это стройка, то есть это рабочие площадки, там рабочих. Стройки, так получается? На период стройки? Нет, это на период эксплуатации. Все, вопрос. Проблема в том, что у нас сейчас это достигнет критерия 10⁴ степени для того, чтобы создать методику расчета с учетом риска. Сейчас уже в ряде журналов, в том числе ПГС, опубликована первая часть попытки создания методики, это определение уровня ответственности элементов, для того, чтобы выявить те элементы, которые необходимо оценить, их возможность их разрушения с точки зрения риска, не с точки зрения воздействия, а вообще надежности всей системы. Поэтому, это далеко идущая работа, делается, часть работы уже выполнена ЦНИС Кучеренко с точки зрения бальной системы. Теперь мы пытаемся эту бальную систему интегрировать с учетом требований SP385 и вообще возможности комплексов конечных элементов, которые, в том числе, вы и разрабатываете. Ждем пилотного проекта, скорее всего, он будет. Методики-то нет. Да, вот нам надо создать пилотный проект для того, чтобы как отработать методику, создать и оценить риск. Там МЧСная, но она совсем немножко к другому относится. Спасибо. Так, все, да? Следующий доклад. Вот мне подсказали, особенности моделирования и расчета мачт с оттяжками при динамичных воздействиях. Колесников. Выступает Колесников. Можно я у вас временно возьму? Кого? Вот это? Не, вот. Нет. Спасибо. Да, у меня коротенький доклад, у нас уже, много докладчиков. Значит, особенности расчета мачт с оттяжками. Здесь вкратце перечислено в доклад с точки зрения возможности программы по такого рода расчетам. То есть это нелинейности, ветровые гололедные нагрузки, динамика оборудования, неравномерность осадок при учете работы фундаментов, возможные какие-то задачи, связанные с температурными и динамическими воздействиями. Что можно предложить по поводу автоматизации? Во-первых, гололедная нагрузка. Она у нас зависит от толщины стенки гололеда в первую очередь и во вторую очередь от периметра профиля. Понятно, что для каждого, получается, элемента нашей расчетной схемы нужно отдельно просчитать эту нагрузку. Это, конечно, для опоры ЛЭП может быть проблематично в плане автоматизации, если это вручную делать. С запасом тоже не очень это задавать, поскольку она может выйти большой. Здесь были разработаны специальные виды нагрузок, так и называется, гололед. Автоматически можно учесть эту нагрузку. Дальше, наверное, ветер самая сложная нагрузка здесь, она является основной в данном случае для опор ЛЭП, для каких-нибудь мачт с оттяжками, башенного типа сооружений. По SP20 мы ее должны собирать определенным образом, эту нагрузку. Соответственно, есть возможности также ее автоматизировать в плане задания нагрузки через ввод в табличных данных и через написание своих подпрограмм. Это в Лире возможно. Так, что-то не работает. Что-то мне не щелкается.
Рустам. А, все. Да, спасибо. Следующая одна из проблем, ну, не проблема, а неудобство этого расчета, это расчетные длины. Очень много особенностей при формировании этих расчетных длин. Не все варианты даже и описаны в СП-16. Если не описаны, то мы прибегаем уже к энергетическим расчетам, которые есть в программных комплексах при расчете устойчивости. Это расчет чувствительности. Оттуда тоже можно вытащить расчетную длину. Ну а если строго по нормам считать, то вот у нас есть в СП-16 соответствующие указания, вплоть до того, что там при сочетаниях с растяжением у нас должны быть одни расчетные длины, при сочетаниях со сжатием другие расчетные длины, в зависимости от силовых факторов. Соответственно, эти моменты также надо учитывать. Есть также возможность это автоматизировать. Если мы рассматриваем динамику, например, как вот показано на данном слайде, расчетная схема, состоящая с оттяжками. Оттяжки у нас работают нелинейно, на сжатие не работают, на растяжение работают. Специальные конечные элементы под это есть. Но ограничение это, конечно, нельзя использовать спектральный метод. То есть расчет пульсации ветра либо руками высчитывать, либо что-то придумывать, типа вот как на картинке показано, какая-то функция условная коэффициента динамичности. Также, если еще и оборудование какое-то есть, например, мачта сотовой связи или ветрогенератор, предположим, здесь установлен какая-то динамическая нагрузка, то также ее необходимо учитывать в прямой динамике, если у нас имеются вот такого рода нелинейные элементы, типа нитей. Затухание при этом можно учесть по релею и задать непосредственно коэффициенты альфа и бета. Можно задать коэффициенты по материалу и вручную в том числе. Если при этом необходимо какой-то узел просчитать отдельно, то также можно использовать модули физической нелинейности и, ну, в каком-то смысле контактную задачу можно тоже также смоделировать. Вот здесь, например, специальными элементами соединили эти пластинки на такой сгибающий момент расчета. Здесь, как мы видим, они работают вместе, когда сжимаются, а когда растягиваются, вот они не работают. Все у нас в этом году как раз под эту тему был разработан специальный курс обучения. Если интересно, пожалуйста, на сайте вся информация. Спасибо, вопросы? Вопросы, постарался быстро. Все устали. Можно один вопрос, Алексей Викторович? Конечно. Вот, Алексей Викторович, я хочу ваше внимание обратить вот на что. Значит, опоры ЛЭП подпадают под действие не только свода правил, но и такого вот документа, как ПУЭ, правила устройства электроустановок. А там другие данные по ветровым и гололедным нагрузкам, они там выше. По идее, их тоже нужно учитывать. Это вот первое, что я хотел сказать. Потом второе, что я хотел сказать. Для опор линий передач необходимо знать, что учитывать. Односторонний обрыв провода, одностороннее тяжение. Это тоже одно из расчетных, может быть, самое главное расчетное состояние. Вы меня слышите, Алексей Ильич? Да, слышно, Сергей Сергеевич. Еще одно только хочу сказать. Да? Вот когда мы говорим не о динамике, а о сейсмике конкретно. О сейсмике, вот, о волновой нагрузке, который проходит через грунт, то для опор, для протяженных вот таких сооружений очень важно, но это что-то в этом роде вы можете в нашем НП-031-01 увидеть, дифференциальное движение опор. Опоры движутся, соседние опоры, а там между ними расстояние там 50 и больше метров, да, они движутся в разных направлениях. И
натяжение меняется динамически. И оно приложено к верхушке опор, понимаете, опрокидывающий момент. Вот обращаю ваше внимание на то, что вот эти специфические вопросы для опор линии электропередач тоже желательно учитывать. У меня все, спасибо за интересный доклад. Еще есть вопросы? Да, спасибо. Я прокомментирую прям быстро. Вы, вот последний вопрос, последнее предложение, которое вы сказали, да, у нас в гражданском СП-14 тоже есть указание, если мы швы деформационные не делаем, то вот эти волновые эффекты надо учитывать. Полностью согласен, мы и в гражданке также их учитываем, эти волновые эффекты, если протяженность здания больше, чем 60 или 80 метров, в зависимости от пальности. Алексей Викторович, я что имел в виду? Одна опора и другая опора, они при сейсмическом воздействии движутся в разных направлениях. И при этом меняется тяжение проводов. Согласен. Вот я о чем. Хочу, чтобы это можно учесть как раз тем, что учесть возможность этого эффекта за счет того, что с запозданием ко второй опоре подойдет волна. Ну, фактически меняется просто натяжение. Динамически меняется натяжение проводов, приложенные к вершине опоры. Спасибо. Да, все понятно. Да. Так, ну, все, Алексей, у вас, да? Спасибо. На следующий доклад Дагаев Владислав Алексеевич. Тема доклада «Бесшовная связка между твердотельной и расчетными моделями с помощью Grasshopper». Я правильно сказал? Да. Прочитал английский. Микрофончик не то лучше. Не, я люблю перемещаться. Добрый день, участники сессии. Разрешите мне представить свой доклад, который называется «Параметризация и автоматизация расчетных и твердотельных моделей. Бесшовная связка между ними с помощью Grasshopper». То есть я предлагаю заглянуть немножко под другим углом на словосочетание «динамические модели». Так, а можно кликер, да, какой-то или... Что я про кликер... Да просят меня организаторы с фиолетовыми слайдами, но это у меня все. Я решил такой более спокойный цвет все-таки выбрать для презентации. Тем более, что зеленый – это корпоративный цвет нашей компании, группа компаний «Spectrum». Мы предоставляем широкий профиль инжиниринговых услуг. Мы являемся BIM-лидерами, начиная с 2016 года, и являемся первой компанией, которая сертифицирована по стандартам проектного информационного менеджмента ISO. С помощью цифровых технологий проектирования и строительства мы превращаем даже самые сложные концепты в реальные проекты. Наша команда – это более 800 молодых и перспективных специалистов, расположенных в трех офисах. На сегодняшнее утро общий объем инвестиций в проектах с нашим участием составляет более 1,5 триллиона рублей. Так как мы стараемся следить за всеми современными трендами и прорывными технологиями, мы не могли обойти Grasshopper. Мы определили для себя несколько целей внедрения его в наши процессы, главное из которых – это ускорение работы проектировщика, уменьшение ошибок при составлении как твердотельных моделей, так и расчетных схем. Ну и, конечно, возможность работы даже с самыми сложными геометриями нас не может не радовать. Если вы используете расчетные комплексы и связки их с Теклой, Ривитом, эта схема должна быть вам знакома. А вот эта схема вам, скорее всего, не знакома, так как эта схема с точки зрения инженера-конструктора, который использует связку Райана с Grasshopper в качестве основной платформы. Мы видим, что эта связка кушает очень много форматов исходных данных из различных программ. Далее в этой связке мы можем делать с данными все, что угодно, строить любые модели и в дальнейшем использовать это как основу для твердотельных моделей, Tekla, Revit, AutoCAD и так далее. Но также мы можем использовать с помощью различных плагинов эту геометрию в качестве основы расчетных схем. Также стоит обратить внимание на то, что здесь показан процесс, что мы можем в любой временной точке проекта обновить расчетную схему по
твердотельной модели и наоборот. Не полностью, а детально. Далее расскажу пару слов о том, как мы обращаемся к данным в Tekle. Мы обращаемся с помощью фильтров выбора, я думаю, они вам знакомы. Данные, которые подлежат такой обработке, слева вот в столбиках перечислены. Самые примитивные способы фильтров выбора – это стадии, классы, префиксы, сборок и так далее. Я не зря как бы начал вот с фильтров выбора, потому что на данном слайде, да, представлен вариант скрипта, когда нам нужно, например, составить расчетную схему балочной клетки. Железобетонная плита, стальные элементы, чтобы обеспечить там связанность модели, не плодить там большое количество объединений, перемещений и так далее. Как правило, да, там проецируется все на одну плоскость. При большом количестве геометрии, большом объеме модели, с помощью скрипта мы можем отсортировать балки плиты по уровням, спроецировать и с помощью живых связок передать это все в расчетную схему. Следующая задачка, она как бы прилетает, как правило, со стороны архитекторов. Есть какая-то оболочка, есть сетка осей. Господа конструкторы, продумайте конструктив, посчитайте, выдайте какие-то объемы. Кто, как говорится, не был в такой ситуации из нас. А вообще принципиально все скрипты подобного плана можно там разделить на четыре части. Это исходные данные, их получение, анализ, обработка, подготовка к экспорту, потому что скрипт вообще определяется тем, что мы хотим видеть на выходе. Далее подготовка к экспорту, как я уже говорю, да, и непосредственно сам экспорт. Как мы можем видеть на слайде, уже как бы на там, первых проработках расчетных схем проектировщик может управлять параметрами расчетной модели. Я считаю, это здорово. Почему это важно? Там чуть-чуть позже, да, через пару слайдов. Тут я считаю важным сказать, что для расчетов мы используем Lira Support, связываемся с помощью плагина для Сапфира, Сапфиром, да, и потом получаем расчетную схему в визоре. Итак, что мы имеем? Мы имеем какие-то радиальные балки с нужным шагом. Далее копируем то, что мы напрограммировали, и повторяем то же самое, но уже там с меридиальными балками. Что получаем в итоге? А в итоге мы получаем связанность модели, вне зависимости там, от шага прогона, от изменения оболочки, пролетов, изменения конечного, шага конечных элементов и так далее. Почему это важно? Да потому что, когда мы начинаем разрабатывать какую-то расчетную схему, особенно ручками, мы просто не можем физически предусмотреть, там, с каким шагом разбить, да, где там поставить точку, чтобы в будущем через них прошла балка для каких-то смежных разделов и так далее. А инструменты Grasshopper'а позволяют нам заранее, так скажем, этим управлять и обновлять, соответственно, расчетную схему, как бы не менялись исходные данные. Вот. Далее обратимся к задаче нагрузок. Рассмотрим уже там известные нам радиальные балки и зададим, мягко говоря, нелинейный характер распределения нагрузок, например, там снеговые мешки и так далее. Видим, вуаля, какой бы сложной ни была бы нагрузка, мы можем ее приложить, да? Изменилась там геометрия балок, шаг, все автоматически изменилось, перераспределилось. Вот. Вообще лень как бы двигатель прогресса, поэтому мы и пришли к этому через решение такой задачи. Вы видите прогон в Tekle одного из покрытий одного из наших объектов. Построили без каких-либо проблем расчетную схему. А далее нам нужно приложить снеговую нагрузку по результатам аэродинамических исследований. Имеем вот такие вот результаты в виде карт распределения коэффициента μ. Вот, значит, все очень такое пестрое, таких 7 вариантов. Как бы, ну, можно, конечно, в рукопашную это все начать делать, замучиться, устать, потратить большое количество времени, а когда архитекторы поменяют оболочку, переделать это заново. Неблагодарно немножко работать, согласитесь. Вот. Ну, можно, кстати, еще, допустим, взять какой-то завышающий общий коэффициент, 2-3, и спать спокойно. Ну, мы экономим деньги заказчика, мы стремимся к каким-то корректным тэпам. Значит, обращаемся к Grasshopper'у за решение этой задачи с минимальными трудозатратами. Разбиваем поверхность на точки, определяем грузовые площади этих точек, сортируем их в соответствии с исходными данными, то есть по зонам распределения коэффициентами, и получаем такие вот красивые картинки нагрузки по, значит, построенным линиям значения этих нагрузок в Сапфире. Отметим визуальную сходимость, да, с исходными данными. Считаю,
очень большое количество сэкономленного времени. Его можно там потратить на какой-нибудь креатив, выпить лишних пару сотен кружек чая, ну или решить какие-то свои другие проблемы. Мы делали верификацию там выборочную, да, этих точек, определяли, там, сходится, не сходится нагрузка. Ну, там что-то в пределах округления у нас, конечно, расходилось, но в целом все достаточно корректно. А так как я уже говорил, что наша компания является BIM-лидером, поэтому все, что можно делать в Revit, мы делаем в Revit. Задания, например, из смежных разделов мы тоже выдаем в Revit. Результат такого задания, он, как правило, закреплен в каком-нибудь из параметров помещения. Вот. С помощью плагина Rhino Insight Revit мы можем обращаться как к основной модели Revit, да, и к его, и к связям этой модели. Например, мы немножко креативно и экономно с точки зрения времени подошли к отработке задания от технологов. Можно, конечно, было выгрузить поэтажные планы, использовать их как основу в качестве подложки DXF в Сапфире, ввести ручками контуры, да, и получить, возможно, тот же результат. Вот. Но мы составили скрипт, который учитывает даже такие вот случаи, когда есть помещение внутри помещения, нужно просто там избежать дублирования этих нагрузок в этих местах. Просто подать контура там помещений в Сапфире, думать, что он все поймет, не получится, да? А если не учитывать отверстия в перекрытиях, то при передаче визора мы вообще не сможем количество там процентов потерянной нагрузки, потому что все-таки мы получаем не чистые, да, там нагрузки на узлы и на элементы, а нагрузки штампа. Мы также идем через путь сортировки помещений. Можно вводить уровни, да, на которые сортируется и проецируется помещение вручную, либо через интерфейсный нод, который вы можете вот видеть в самом низу. Так выглядит канвас Сапфира в ожидании импортированной геометрии. А так выглядит примерно результат этих нагрузок штампов там, по этажам. Так можно поступать практически с любыми разделами, отрабатывать любые задания на нагрузки, что экономит время. Также, чтобы это все изменилось, обновилось, просто перезапускаем Revit, обновляем скрипт, выгружаем, часть нагрузок изменилась, мы это увидели. Да, возможно, придется в таком случае выгружать часть модели, потому что всю модель же мы не обновляем, мы там, грубо говоря, перекрытие. Но как бы нам это... Нас это не держит. Почему? Потому что мы сшивку модели, да, связанность, ее обеспечили там в самом начале, когда начали только писать скрипт. Неважно, там, точечная это нагрузка, нагрузка там на пол, на помещение с двойным цветом, светом, прошу прощения, и так далее. Скрипты как бы показали свою работоспособность. Визуально мы там тело скрипта можем поделить, опять же, на две части. Левая часть, да, это вот обращение к исходным данным, их анализ и само тело скрипта. А левая часть скрипта, как правило, заканчивается вот таким деревом данных, отсортированных нужным нам способом. А так как, по крайней мере, в моем отделе большинство людей это все-таки инженеры, а не программисты, мы старались использовать только, точнее даже не старались, а использовали какие-то стандартные инструменты Grasshopper, какие-то набор, может быть, базовых плагинов. Вот. Поэтому места, которые требуют нашего как бы, внимания, да, они подсвечиваются. Вот как в данном случае, например, да, нужно добавить выход для значит, помещений, нагрузка внутри которых составляет 700 кг на метр квадратный. Значит, для такого одного выхода, да, данных мы просто копируем скрипт-заготовку. Да, кластер нодов. Ну и вот получаем, например, вот такое вот распределение нагрузки на этаж. Когда у нас там, не знаю, большие объекты, экономия. Ну, не знаю, есть ли смысл как бы доказывать. Мне кажется, все и так видно. Также мы подошли к решению вопроса отработки задания от ненесущих стен. Результаты мы можем представить вам в таком виде, такой диаграммке, да, где, значит, типа размер стен можно отличить по разному цвету, а высот, ну, значение нагрузки, да, от этой стены по высоту столбика. Вы извините, можно я вас прерву? Скажите, у нас докладчики все? А, вы, да? Просто от этого зависит ресурс времени. Я уже заканчиваю в любом случае. Спасибо. Значит, ну,
вот буквально вот последний, предпоследний слайд, можно сказать. А, значит, в завершение хотел сказать еще пару слов о взаимодействии с ANSYS, потому что я его показал там на втором или третьем слайде. Значит, мы можем моделировать, естественно, любой сложности узлы там, в текле, далее с помощью гроссхоппера, значит, обрезать этот участок узла, как-то его упрощать, добавлять что-то, да, отправлять в Space Claim и приводить уже там модель до состояния расчетной. Ну и, соответственно, непосредственно расчет выполняется в ANSYS Mechanical. Ну и совсем уже в завершение давайте вместе создавать современные долговечные объекты. Вот. Меня зовут Дагаев Владислав, группа компании Spectrum. Готов ответить на ваши вопросы. Вопросы есть? Так. То можем микрофон дать? Прошу прощения. А все-таки эффективность какая? Как вы посчитали, что ваша система задания таких сходных данных в виде нагрузок и возможности изменения системы во времени, с учетом того, что вы ее проектируете, насколько эффективна, сколько экономит время? Ну, смотрите, мы взяли такую цифру, там, усредненную 10-15%, она как бы является стандартной, но если мы говорим о конкретном применении, да, то условно задавать те же снеговые нагрузки на каждый прогон, определять, там, видите, они радиальные, увеличивается там, пролет от центра, значит, к краю. Вручную задавать там 2 недели, например, 7 вариантов нагрузки, потому что там порядка 113 прогонов. А скрипт обновляется за минуту. Ну, короче, у вас эффективность получается... Ну, я вам привел конкретный пример. Порядка 10 тысяч раз. Ну, естественно, какой-то процент времени нужно еще потратить на написание самого скрипта, потому что Grasshopper очень чувствителен, да, достаточно к исходным данным, и вот универсальный, знаете, там, программный продукт написать не получится. Все-таки это есть какая-то основа, а ее уже мы дорабатываем. То есть какой-то процент времени на написание самого скрипта придется затратить. Ну, это зависит от сложности самого, ну, от решаемой задачи, поэтому как бы... Ну, у вас все объекты сложные, они же непросты. Ну, понятно. Нет, ну вы какая, все-таки какая? Ну, я же говорю, вот 10% гарантированно. Дальше ну, это эффективность бима, все говорят, что это 10-15-20%. Ну, это же не бима, скорее, это бесшовный, инструмент бесшовной связки между моделями и использование его в сложных нагрузках. Ну, значит, вы не проводили, вы не сажали человека, который делает... Так как обычно, и ну, второй человек, который... У нас есть инженеры, которые приверженцы стандартного способа, ручками, и я... Ну, не проверяли. Ну, вручную есть спрашивание. 2 недели. Я решаю задачу за день. Так, еще все есть вопрос? Все зависит от задач. Пожалуйста. Нет, вот там нет. Девушка поднимала за вами. Первая. Вопрос у меня довольно-таки интересный, и я бы сказала, что практически все программы, которые вы упомянули, они сейчас недоступны для российского рынка, и вы планируете переход, переписку этого скрипта, или вы продолжаете работать так и развитие своего скрипта? Ну, вопрос как бы, достаточно ожидаемый, но тут такой как бы, ответ, да, вот все программы, которые я перечислил, они... Доступ у нас к ним есть, лицензии закуплены, и поддержка их осуществляется как бы ну, без вопросов. А, к сожалению, насколько я знаю, да, в полной мере использовать ресурс Grasshopper, отечественные, допустим, расчетные комплексы не позволяют. Вчера была беседа с представителями, да, пока такого варианта есть. Но вот те инструменты, которые мы, значит, перечислили, я перечислил инструменты, которые... На своем выступлении они есть, по крайней мере, в нашем. Ну, пока они есть, а вы не задумывались. Если хотите решить какую-то сложную проблему, обращайтесь к нам, мы ее решим с удовольствием. Все перейдут на другие. Не, все перейдут на другие программные комплексы, а вы останетесь. Ну, давайте спросим у коллег, кто использует только отечественное ПО вот сейчас. Можно, конечно, да, есть как бы инструменты выучить там Python, C-Sharp, и можно делать все, что угодно, с чем угодно, вопросов нет. Но просто, как говорил один художественный персонаж, ну, не задумывались ли вы о переходе. Но мы использовали то, что у нас есть наличие. Вот, я закончил высказывание, что... Маленький вопрос такой. Сейчас идет такая вот тенденция, что необходимо различать несущие конструкции по ответственности.
для каждой несущей конструкции будет свой коэффициент надежности. Ну да. Соответственно, он будет грузовому фактору будет касаться коэффициента. Вот, допустим, в автоматическом режиме мы знаем ключевую колонну, мы знаем, допустим, колонну нормальную, такую среднюю, пониженной ответственности. Ваш вот этот сможет распределить вот эту нагрузку на перекрытие так вот по ответственности к этих несущих элементов? Смотрите, грасхоппер позволяет делать практически все, что угодно. Вопрос только в квалификации человека, который с ним обращается. Mm-hmm. Это не язык программирования. Вот беру, как не закончил свое высказание, что есть такой как бы художественный персонаж, он сказал одну вещь, что значит... Жизни едва хватает, чтобы в полной мере достойно освоить только одну профессию. Поэтому быть хорошим программистом и, допустим, инженером, ну, я считаю, сложно. Вот. Поэтому с помощью стандартных инструментов Grasshopper можно сделать как бы очень много. Хорошо. Еще один вопрос. Да? Да, Владислав, у меня такой технический вопрос. А есть ли возможность памяти сетки конечных элементов? Бывают задачи такие, связанные с применением объединения перемещений. То есть мы... соединяем там деформационными швами и так далее. Мы назначили эти объединения, перемещения, потом у архитекторов поменялись решения, они добавили этаж там и так далее. Сохранятся ли эти данные при обратном экспорте? Или придется вручную вводить опять эти... Ну, смотрите, чтобы как бы совсем полностью бесшовно все элементы здания, значит, соединить, чтобы у вас ничего не терялось, да, там при добавлении изменений, вам нужно тогда в предпроцессоре провести большую работу. А вот решение вашей задачи, да, я вот увидел с помощью пружин, по-моему, да, в Сапфире есть. То есть можно просто добавить отдельные элементы геометрии между там нужными узлами и связать их определенными зависимостями. То есть... Так, ну, спасибо. Еще уже. Не вопрос, это комментарий, вопрос, какая эффективность. Дмитрий Васлов, Институт гипростроймов Санкт-Петербурга. Тут прозвучал вопрос по поводу эффективности параметризации. К сожалению, задавший его ушел. На самом деле, это действительно эффективная задача. Мы, когда проектировали стадион «Зенит-Арена», или как он сейчас, «Газпром-Арена» называется, столкнулись ровно с такой задачей. Нам пришли исходные данные в виде снеговых карт. Эффективность такая, значит, распечатали расчетную модель, два человека распечатали снеговую карту, два человека на окне совмещали снеговую карту с расчетной моделью, определяли, на какой элемент конструкции, какая снеговая нагрузка приходит. Это, у них это ушло две недели. Делали, а потом через две недели пришли обновленные снеговые карты. Соответственно, эта задача попала мне, я как инженер и как программист почесал вот так вот головой и написал, тогда не было вот Grasshopper еще ничего, я просто на C++ написал процедуру, которая автоматически по имеющимся снеговым картам приложит снеговую нагрузку. И да, эта программа потом работает за полсекунды. Спасибо. А не нужно две недели двух человеком снимать вот этот вот, по какому цвету, сколько прикладывать нагрузку. Спасибо. Так, у нас, по нашим сведениям, значит, у нас последний доклад. Это у нас Теплых Андрей Владимирович, заместитель директора по маркетингу ООО «СКАТ». Принципы и приемы построения расчетных моделей кирпичных зданий с жесткой конструктивной схемой. Тоже будете ходить? Туда и так. Включите. Да. Раз, слышно. Так. Добрый день, коллеги. Так, ну, да, доклад мой тут был представлен. Вот этот доклад является таким результатом работы за последний год. Работа у нас команда из 4 человек, 3 постановщика задач и 1 программист. Значит, результатом этой работы стал новый продукт, который мы выпустили вот буквально в сентябре месяце, под названием «Пакет плагинов-вкладка для расчета кирпичных или каменных зданий». Ну, здесь на слайде представлены иконки, скажем так, с кнопками этого плагина. Значит, мой доклад будет посвящен такой достаточно важной части, так сказать, этой технологии, потому что, то есть этот пакет плагинов, он не просто там сам по себе пакет плагинов, да, значит, он элемент как раз-таки технологии расчета кирпичных зданий, жесткой конструктивной схемы, в основе которых, естественно, лежат определенные принципы и приемы построения расчетных моделей.
Ну, здесь вот приведем тестовый пример, который мы для тестирования использовали для отработки этой технологии. Значит, он был взят из пособия, из приложения 8 пособий к СНИП 2.22.81. Ну, то есть этот пример в том числе нам позволил, так сказать, ориентироваться вот именно с точки зрения принципов и приемов построения расчетных моделей, ну, насколько, скажем так, наши результаты, которые мы получаем, они отличаются от тех результатов, которые приведены в пособии. Так, ну, такая расчетная модель в основе лежит, в основе, скажем так, серии расчетных моделей. Дальше, собственно говоря, вот мы об этом и поговорим. Ну, естественно, там любой проектировщик профессиональный, вот, и особенно если вопрос касается такой отработки технологии, которая ориентирована на неограниченный круг лиц, да, здесь является, скажем так, прежде всего выявление, скажем так, тех проверок, которые необходимо сделать, тех результатов расчета, которые необходимо получить. И, соответственно, вот уже, так сказать, исходя из формализации, скажем так, этих вот набора проверок, значит, дальше, собственно говоря, выстраивается уже серия расчетных моделей. Ну и, собственно говоря, этот подход, он, в общем-то, даже для относительно простых зданий, как показывает вот моя и проектная практика, и, значит, работа в компании Scatsoft, вот, значит, ну, как правило, используется не одна расчетная модель, а серия расчетных моделей, каждый из которых там учитывает какие-то свои нюансы. Так, ну, здесь приведен вот тот набор проверок, который необходимо сделать, значит, для здания жесткой конструктивной схемы. Ну, жесткой, я поясню, если там кто не знает, что это большая часть общественных и жилых многоэтажных зданий, а там, скажем так, жесткой и не жесткой, определяется, значит, расстановкой, значит, таких вот поперечных, скажем так, диафрагм, на которые уже кирпичные стены, так сказать, опираются, да, вот от этих диафрагм зависит. Вот, ну, не жесткая конструктивная схема, упругая, точнее, конструктивная схема, это производственные здания, там, с кирпичными стенами, у которых там еще вот пилоны, и там расчетным сечением является такой вот тауэр, да. Здесь, соответственно, разговор пойдет о здании жесткой, идет о здании жесткой конструктивной схемы. Ну, здесь приведем набор проверок. То, что красным отмечено, это то, что решается, значит, решается с помощью вот как раз-таки пакета плагинов. То, что черным отмечено, значит, это то, что решается стандартными средствами программы SCAD++. Так. Вот самым таким здесь ключевым вопросом, значит, при построении методики расчета, серии расчетных моделей, оказался вопрос расчета перемычек между стенами. То есть сразу говорю, здесь речь идет о перемычках не железобетонных, вот не об этих перемычках, на которые кладка опирается, да, а о самой вот кирпичной перемычке, которая, соответственно, находится между стенами. Да, если обратите внимание, если отсюда вот видно, значит, в таких вот перемычках очень частенько появляются вот такие вот трещины. Вот. Ну, естественно, значит, если появляется трещина, то вот перемычка фактически из работы выключается, вот, но при этом, в общем-то, создание ничего, скажем так, суперплохого не происходит. Ну, кроме того, что эти, скажем так, трещины надо потом, значит, заделать, да, в процессе ремонта. Вот. Ну, естественно, это влияет и на принципы построения расчетных моделей, и, собственно говоря, это заложенные в нормы, вот, согласно вот, и пособию, и СП-15, то есть расчетная схема, вот расчетная схема, она, соответственно, расчетная схема перемычки, она, соответственно, представляется как жесткое тело, просто шарнирно связанное там, соответственно, вот с участками стен. Ну, здесь вот справа приведены две возможные схемы, то есть это когда перемычки шарнирно соединяются и когда, соответственно, жестко соединяются. То есть, и то, что касается вертикальной нагрузки, тоже там такой немаловажный момент, значит, это в пособии написано, что простенок должен воспринимать нагрузку, так сказать, без учета при распределении за счет перемычек на более жесткие участки, вот, ну, фактически по, так как это принято при таком ручном расчете, ну, просто по грузовым площадям, да.
Вот, потому что, как мы видим, перемычки могут треснуть, ну, точнее, могут треснуть, а могут не треснуть, и, соответственно, вот норма рассматривает наихудший вариант. И то, что касается расчета на горизонтальную нагрузку, тоже, значит, в СП-15 прямое указание есть, что вот стены на горизонтальную нагрузку, то есть там по главным растягивающим напряжениям по срезу, и на срез необходимо тоже рассчитывать, ну, с учетом того, что перемычка из работы выключена. Ну, здесь картиночка приведена того же самого дома, значит, который я тут, так сказать, вокруг обходил, смотрел, да, значит, только уже с заделанными трещинами. Ну, как видите, да, трещины появились, их, в общем-то, просто взяли, заделали, и все, дом дальше спокойно эксплуатируется, никаких проблем нет. То, что касается, вот, скажем так, моделирование, значит, вот перемычек, которые выключены из работы, то, соответственно, здесь два, значит, ну, возможно, два подхода, значит, либо задавать стержневыми элементами, соединять шарнирно, значит, либо использовать редуцированные вставочки, вот, значит, они приведены в верхней части, оказалось, что удобнее редуцированные вставочки использовать, вот, чтобы выключить из работы, и там, соответственно, мы остановились на комбинированном приеме, то есть приеме, то есть для всех этажей, кроме вот этого верхнего чердачного, перемычки стержнями моделируются, соединяются шарнирно, для верхнего комбинированный прием. Значит, и, соответственно, вот в этом комбинированном приеме изгибная жесткость, вернее, мембранная жесткость этой перемычки, ну, она просто-напросто практически обнуляется. То есть 0 поставить нельзя в скраде, но там 0.001, там, соответственно, поставить можно. Изгибную жесткость обнулять не нужно, потому что когда там начинаются расчеты там, на пульсацию, вот, на динамику, если поставить изгибную жесткость нулевую, то, соответственно, там, так сказать, эти простенки, они начинают, так сказать, плясать, да? Начинают отрываться от остальных стен. Это, скажем так, неправильно. Значит, но когда мы вот эту вот серию расчетных моделей, значит, и с включением из работы, и с выключением из работы перемычек, и с включением из работы перемычек провели. Так, а тут, чтобы лазерную каску включить, на красненькую надо нажать, да? А, вот. Значит, ну, понятно, что когда, так сказать, перемычки из работы выключены, значит, вот несущий простенок, он, значит, догружается как следует, а вот это у нас не несущий простенок, то есть вот здесь вот плиты перекрытия так лежат, здесь, соответственно, плиты перекрытия вот так лежат, да. А вот это вот не несущий простенок. И вот нам пособие говорит, что, так сказать, вы, когда простенки считаете, то, соответственно, значит, по грузовым площадям собираете, а про несущие простенки пособие ничего не говорит, да. Так вот, оказалось, когда мы перемычки в работу включаем, то есть шарниры убираем, то оказалось, что вот за счет того, что вот эти перемычки включаются в работу, несущие простенки довольно-таки серьезно догружаются. Вот. Ну, естественно, как бы тут вопрос такой, треснут или не треснут, вот, поэтому надо учитывать и то, и другое. То есть, и когда, получается, перемычки включаются в работу, и когда перемычки, значит, включаются в работу, потому что мы видим, что вот для несущих простенков, вот наоборот, оказалось, так сказать, хуже, да? Значит, теперь то, что касается необходимости расчета самих кирпичных перемычек между проемами. Значит, ну, эта необходимость, она возникает в случае, если несущая способность при действии горизонтальных нагрузок, ну, несущая способность стен, значит, она не обеспечивается, ну, то есть там по главным растягивающим напряжениям вдруг там проблемы, то, соответственно, значит, нормы говорят, что тогда вы перемычки в работу включаете. И обратите внимание, что только при действии горизонтальных нагрузок. Вот на СП-15 об этом прямо говорит. Значит, ну и еще мы обнаружили, когда мы детально, так сказать, здание и пособие посчитали, рассчитали, с учетом, когда мы считаем его с учетом выключения перемычек из работы, вот слева, у нас получается первая форма крутильная. Вот. Но обратите внимание, что что по результатам расчета пособия период первой формы у них был 2,286 секунды, у нас период оказался 2,574, только форма крутильная. Ну, правда, вот тоже у нас предположение, что, скорее всего, частоты тоже считали периоды колебаний
тогда, в 80-х годах, пособие считали тоже по модели, у которой перемычки, значит, из работы силовой работы выключены, значит, но понятно, что тогда крутильную форму они получить не могли. Вот, ну, крутильная форма, вот, как бы это нехорошо, и даже, вот, как, так сказать, многие экспертизы вот, из первой формы крутильной просто-напросто заворачивают проекты. Вот, поэтому получается, что помимо того, что, значит, если, помимо проверки по главным растягивающим напряжениям стен, надо смотреть еще на первую форму. То есть, если первая форма крутильная, ну, значит, надо тогда перемычки в силовую работу, так сказать, ну, вернее, вариант обязательно рассматривать с включением в силовую работу перемычки, и, соответственно, значит, эти перемычки, как написано в нормах, на горизонтальную нагрузку посчитать. Так, ну, то, что касается методики расчета перемычек, здесь вот в левом нижнем углу написаны формулы, по которым считается. Вот, обратите внимание, что пункт 9.19, это вот то, что я раньше говорил, что на перерезывающую силу только от горизонтальной нагрузки необходимо делать расчет. Но об этом дальше мы поговорим, почему. То есть нам все-таки удалось понять, почему вот именно так в нормах написано, почему только от горизонтальной нагрузки. Вот на самом деле же там, так сказать, есть и вертикальная нагрузка. То есть эта вертикальная нагрузка разность деформации вызывает, значит, у кирпичных, так сказать, стен, да, и, соответственно, там перемычки начинают немножко по-другому работать. Вот. Ну, то, что касается этих формул, вот здесь, значит, первая формула, значит, это, по большому счету, 9,9, это по главным растягивающим напряжениям, вот, а вторая формула, значит, это, на самом деле, при проверке на изгиб, да, ну, и там, как видите, представлена поперечная сила, то есть Т – это поперечная сила в перемычке. Вот, ну, посмотрели, откуда эти формулы были получены. Вот, оказалось, что вот формула 9.10 получена, так, к сожалению, не работает. Вот там, где сигма-максимум написано, ну, она получена просто из обычной формулы М на W и, соответственно, меньше или равно РТБ. Но при этом момент, значит, он, вот исходя вот этой вот теории Рожаницына, вот исходя вот из этих соображений, да, значит, там момент был подставлен, значит, М равный Т на 2, и тогда, соответственно, вот из этой формулы получается, из формулы М на W, если подставить там Т на 2, да, то получим формулу 9.10. Теперь то, что касается, значит, если мы, когда мы включаем перемычку в силовую работу, как ее правильно соединить со стенами, да. Вот, ну, известная проблема в соединении стержневых элементов с оболочками, то есть там, как бы, на самом деле, несмотря на то, что и в узле оболочки, и в узле стержневого элемента 6 степеней свободы, но жесткого соединения не получается. Вот, поэтому необходимо использовать твердые тела вот, для стыковки. Ну, здесь параметры твердого тела приведены. Высота получается, ну, точнее, сетку элементов стен необходимо подгонять, ну, под размеры перемычки. То есть, ну, соответственно, вот уже подобная сетка стен под размеры перемычки присоединяется к перемычке твердым телом, получается, там, соответственно, жесткое соединение. Так, ну, здесь приведен расчет перемычек по одной из стен вот этого тестового здания только при действии горизонтальной нагрузки, как об этом требуют нормы, только при действии горизонтальной нагрузки, там как бы все хорошо. Значит, но когда мы пробуем по этой же методике посчитать на действие вертикальной нагрузки, ну, здесь получается, что вот у простенка у него жесткость меньше вертикальная, да, на сжатие, у стены больше, значит, он как бы начинает повисать на перемычках, вот, и тогда уже, собственно говоря, значит, по этим формулам уже перемычки не проходят. То есть, ну, по этим формулам видно, что они должны затрещать обязательно. Вот. Но на самом деле, значит, опять же, копнув, так сказать, в историю вопроса, вот сейчас в приложении Г 15 СП есть требование о том, что необходимо смежные участки стен рассчитывать по ограничению на раскрытие трещин. Там расчет заключается в том, что, ну, принимается модуль упругости, ну, или модуль деформации с учетом, значит, ну, то есть длительной и при необходимости еще с учетом
с учетом ползучести террас и с учетом усадки 2. Но если там материал 1, то усадку можно не учитывать, и просто рассчитывается свободная деформация, свободное вертикальное перемещение каждой стены, и нормируется 15 СП, вот эта предельная разность деформаций. То есть изначально как бы нормы говорят, что да, там раскрытие трещин возможно, но самое главное, чтобы это раскрытие трещин как бы не было чрезмерно большим. Ну, вот таким вот образом, значит, этот расчет сделан, да. Вот, но мы видим, что с перемычками тоже проблема. Вот и оказалось, что вот в руководстве 1974 года была, значит, такая более, так сказать, уточненная формулировка, вот, что необходимо проверять так не только смежные участки стен, значит, ну, которые вот именно вот так вот примыкают, да, друг к другу, как бы так Т-образно, да. Значит, ну, на самом деле и смежные участки одной стены связаны друг с другом с перемычками. То есть, значит, этот же расчет, по сути, ограничивает предельную ширину раскрытия трещин, значит, и в том числе стен, связанных с перемычками. И отсюда, собственно говоря, становится понятным, что перемычки при действии вертикальной нагрузки, вот за счет разности вертикальной деформации простенка и стены, значит, они проверяются на раскрытии трещин, то есть предполагают, что да, они должны затрещать, ну, точнее, могут затрещать, вот. А сама проверка при необходимости только делается только от горизонтальных нагрузок. Вот как бы такие вот нюансы мы, соответственно, вот в этом 15 СП за последний год раскопали. Ну и тут я, так сказать, еще раз показываю, что да, вот они трещины, вот эти трещины там, соответственно, заделываются. Теперь то, что касается моделирования сборных плит перекрытий. Ну, значит, чтобы сборные плиты перекрытия не работали на изгибе, тоже на них простенки не повисали никоим образом, тоже мы там уже редуцируем у них изгибную жесткость, мембранную жесткость. А вот для мембранной жесткости, так сказать, вот мы обнаружили, значит, указание, там, соответственно, в пособии к СНИП, ну, к старому СНИП 2.22.81, это вот этот коэффициент. В1.065, и вот на этот коэффициент, собственно говоря, необходимо ронять мембранную жесткость сборных плит перекрытий. Ну, для того, чтобы они, там, соответственно, когда они работают как жесткий диск, но этот жесткий диск получается, оказывается, не совсем жесткий, вот, так сказать, вот этот 0.065 дает, вот этот коэффициент позволяет правильно перераспределять горизонтальную нагрузку между стенами кирпичными. Ну, в итоге такая модель, вот такая модель. И обратите внимание, что не стали мы здесь никакие, ну, для моделирования шарнирного соединения, не стали мы здесь никакие объединения перемещений, значит, задавать, хотя это как бы в идеале, чтобы обеспечить шарнирные соединения в расчетной модели, значит, надо, значит, так сказать, ну, необходимо использовать объединение перемещений. Но в данном случае в этом не оказалось никакой необходимости. Тоже мы провели серию тестов. Вот, и серия тестов показала, что, так сказать, полностью просчитывали и фрагмент стены сначала там, на одном этаже, а потом полностью просто просчитывали, рассчитывали модель, где объединение перемещений, и, соответственно, вот такая модель вот, с заниженными изгибными жесткостями плит, и модели показали, что там разница между ними там 1-2%, и поэтому, так сказать, вот этот элемент, он не нужен, так сказать, для упрощения, значит, абсолютно не нужен. Теперь то, что касается учета эксцентриситетов. Мы пришли в конечном итоге к тому, что, значит, так сказать, ну, два принципиальных способа, возможно. Первый способ – это попробовать замоделировать как есть, то есть учесть там, через твердое тело или там еще каким-то образом через специальные, там, может быть, оболочные элементы, эксцентриситет. Ну, я же говорю последним, мне сказали, могу, так сказать, не спеша, да, не особо спешу. Нет, я могу ускориться, если надо. Хорошо, буду ускоряться. Значит, то есть можно моделировать эксцентриситет как есть, попытаться учитывать момент, а можно, соответственно, упростить расчетную модель, брать только мембранную составляющую напряжения вертикальных, а, соответственно, уже эксцентриситеты считать так, как написано в нормах. Вот для, значит, эксцентриситета от
опирание перекрытий вот по схеме Б, приложение Б, значит, для ветрового давления, для средних этажей однопролетная жестко защемленная балка, для верхнего этажа нижний конец балки защемленного, верхнего шарнирное опирание. Так, ну, в итоге мы пришли, там, соответственно, к серии расчетных моделей. Вот, ну, модель номер один, значит, там коэффициент редуцирования мембранной жесткости 0,8, привычки из работы выключены. Модель номер три, значит, то же самое, что модель номер один, значит, но перемычки включены в работу. И модель номер два еще появилась, которая из модели номер три получается путем редуцирования жесткостных характеристик кладки. Значит, это приводит к некоторому перераспределению между несущими и несущими стенами. Значит, для этого тоже вот, как бы, в серии пакетов с плагинами был разработан плагин Brick Reduction, который позволяет по методике 15 СП там, соответственно, такое редуцирование традиционно проводить. Значит, ну, это вот результат редуцирования. Здесь видно, значит, красным цветом максимальный коэффициент редуцирования 0,5, там синим цветом там, где, соответственно, без редуцирования. Ну, как бы так и должно быть. На нижних этажах напряжение больше, коэффициент редуцирования 0,5, на верхних этажах, там, соответственно, коэффициент редуцирования 1. Значит, ну, здесь, соответственно, приведена разница между напряжениями как раз-таки по модели номер один, где без редуцирования, по модели перемычки выключены из работы, а модель номер два с редуцированием, перемычки включены в работу, это не несущая стена, но мы видим, что до 20% напряжения могут оказаться больше. Значит, ну, то, что касается расчета по приложению Г, я уже говорил, что делается расчеты модель. Здесь тоже разработан специальный плагин SplitLM, который позволяет, значит, эту расшивку, так сказать, ускорить, вот, по сравнению с предоставляемыми стандартными возможностями. Ну, по этой модели, там, соответственно, смотрим поверху, где максимальная разница между вот смежными стенами, и делаем там, соответственно, вывод, проходит или не проходит. Вот. Точно так же проверяем стены, значит, которые между собой перемычками соединены, тоже по приложению Г. Вот. То, что касается, значит, ну, то, что касается расчета на многоцентренное сжатие, там на слайде было, там, значит, у нас специальный плагин BrickWest разработан, который по заданным параметрам все необходимые расчеты по нормам делает по 15 СП. То, что касается расчета на срез, специальный тоже плагин разработан Brick Biaxial Strength. Вот, здесь, как бы, взята методика такая смешанная. Значит, сама основа методики взята из вот этой вот книжки Гениева, Курбатова, Самедова. Вот. Ну, собственно говоря, значит, вот по этой книжке получается вот фигура прочности, которая представлена вот в правом нижнем углу слайда. Вот. И то, что касается проверок на срез, то есть вот в этой методике проверка на сжатие, проверка, значит, на растяжение, да, ну, проверка на сжатие у нас делается, ну, собственно говоря, на внецентренное сжатие, поэтому здесь, как бы, она лишняя. Да. То, что касается среза и главных растягивающих напряжений, здесь уже использованы в качестве критериев, вот в этих формулах подставлены критерии, значит, из 15 СП. Ну, в итоге получилась серия плагинов, каждый из которых решает задачу свою, то есть BrickWest – это на внецентренное сжатие по заданным параметрам, Brick Biaxial Strength, значит, для расчета на срез и, значит, по главным растягивающим напряжениям, Brick Reduction, значит, это, соответственно, понижение модуля деформации, SplitLM для подготовки по приложению Г. Ну и по ходу дела, пока, скажем так, мы этой работой занимались в течение года, у нас, естественно, возникли там некоторые вопросы с возможным неоднозначным пониманием норм, вот, и, так сказать, с проблемами, значит, в нормах. Вот, и, как бы, эти вопросы мы задали в FAO-ФЦС, и надо сказать, что FAO-ФЦС нам, так сказать, ответили на все наши вопросы, то есть мы их ответами остались удовлетворены. Ну, если будут вопросы, так сказать, пока там будут отвечать на вопросы, пожалуйста, можете, так сказать, ознакомиться с этим слайдом. Вопросы, пожалуйста. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот у вас в стенах образовались трещины, да? Вы сказали, что их можно смоделировать расчетом. Но ничего не сказали, как сделать так, чтобы этих трещин не было.
Нет, смотрите, чтобы этих встреч не было, чтобы этих встреч совсем не было, вот, необходимо, чтобы при расчете на вертикальные нагрузки появились вот эти вот условия прочности. Но они не выполняются, они как бы и нормы позволяют их выполнять, потому что нормы говорят, вы рассчитываете на горизонтальную нагрузку только привычки, только тогда, когда это нужно, да. Еще раз говорю, два случая. Значит, согласно нормам, это если без учета включения в работу перемычек на главное растягивающее напряжение на срез стены не проходит, это то, что в нормах заложено. И то, что в нормах не заложено, это то, что уже, так сказать, мы для себя сделали вывод, да, что если получается первая форма крутильная, тогда надо перемычки включать в работу только на горизонтальную нагрузку. А на вертикальную нагрузку, значит, надо делать расчет стен, которые связаны между собой перемычками, но по раскрытию трещин, как это планировано в приложении. Значит, на вот этих трещин, это вертикальная нагрузка, какая-то пирамида, да? Да. Пирамида этого образуется. То есть, как бы, нормы изначально говорят, история этого вопроса такова, что нормы изначально говорят, что, ну, да, перемычки могут затрещать, в этом, как бы, ничего криминального нет. Вот, ну, потрещали, взяли, там, заделали, да, ну, то есть здание от этого не развалилось. Только вы, так сказать, это в расчетах учитываете, что вы, соответственно, в расчетной модели исключаете просто из силовой работы перемычки. Хорошо, спасибо. Вот, об этом говорят. Еще есть вопросы? Дополнение расчетных моделей, мы дальше засовываем вариацию моделей, и, так сказать, вариации моделей, все вот эти вот возможные варианты, там, соответственно, рассчитываем. Все, у меня все, спасибо. Целый есть у него. Федор Сергеевич вроде хочет задать. Один маленький вопрос. Андрей Владимирович, наверное, спасибо за интересный такой объемный доклад, обширный. Вот. А вопрос у меня вот в чем заключается. Значит, вы работали в СКАДе, СКАД-офис. Этот СКАД проходил аттестацию в нашем экспертном совете, прошел ее, имеет аттестационный паспорт. Одновременно с этим СКАДом проходила там такая, есть у вас в СКАДе приложение, называется, по-моему, Камин, ну, кажется, вы упоминали, да, модуль. Этот модуль специально предназначен для расчета кирпичной кладки. Он также проходил аттестацию и также включен в аттестационный паспорт. Зачем понадобилось разрабатывать специальные плагины, когда в составе СКАДа есть модуль для расчета каменных конструкций? Все очень просто. Значит, ну, во-первых, там плагин, все, вернее, камин – это сателлит, то есть, так сказать, он не предназначен для получения усилий. То есть вы усилия должны откуда-то получить, либо ручками их собрать, либо в Excel, как по старинке там делали, по грузовым площадям, либо вот на каких-то моделях там в SCAD, типа такие, да. А потом, так сказать, вы эти результаты из SCAD должны извлечь, и каждый простеночек, их там, так сказать, получается, значит, там, ну, вот этих участков стен, на которые мы там разбиваем в скале, порядка 70 получается. И по-хорошему, вы, так сказать, каждый простеночек на каждом этаже должны, значит, вот 70 умножить на 14 этажей, да, вот столько ручных расчетов, значит, вы должны проделать в камине, значит, извлекая вручную каким-то образом там результаты, значит, там, или ручного расчета, или из скада, да. Ну, не знаю, там, сколько на это времени уйдет, ну, недели-две, ну, точно уйдет, тут все про две недели говорят, тоже, наверное, две недели уйдет, да. Ну, а здесь, так сказать, у нас получается, значит, мы на кнопку нажали, значит, ну, примерно там 40 минут он в вариации модели, значит, плагин отработает, выдаст результаты по всем стенам, значит, ну, вот, как бы, час и две недели, значит, плюс ускорение расчетов. Вот цель такая, как и любая автоматизация, это ускорение. Ну, понятно, спасибо. Ладно, понятно. Больше нет. Добрый день, Каянкин Александр. Подскажите, пожалуйста, вот у вас есть две расчетные схемы, по факту вы проводили. Одна, соответственно, где мы перемычки отрезаем, скажем так, от работы за счет шарнирной ставки, ну и, соответственно, где жесткие. А вот конкретно для вашего здания в итоге какая нужна была расчетная схема? Здание же одно. Здание одно, а расчетные две. А 4.
Так, а на каком мы должны финально остановиться? А нет, они все финальные. То есть они все финальные. Все финальные, и все, значит, учитываются, как я вначале сказал, не удается даже для относительно простого объекта применить какую-то вот одну расчетную модель. Здесь обычно применяют серии расчетных моделей. Здесь просто вот так вообще супер наглядно видно, что, значит, мы, когда перемычки включаем в работу, вернее, выключаем из работы, у нас одни нюансы учитываются. Когда мы включаем в работу, у нас, допустим, ненесущие простенки раз догружаются. Вот, и опять же, когда включаем в работу, мы сами перемычки можем рассчитать только, когда перемычки включены в силовую работу. Поэтому вот я в конце такую добавочку сделал, что эти три модели мы загоняем в вариацию модели, в режим вариации, дальше УСКАД сам выбирает, значит, автоматом, какой результат наихудший, какой модели. Ну, здание-то у нас одно, его НДС-то одно, напряженное деформированное состояние одно. Здание одно, а модели четыре. Так вот о чем мы речь, разные четыре НДС получается. Да. А фактически в реальной схеме одно НДС, ну, одно напряженное деформированное состояние. Мы вот современными, так сказать, средствами, да, мы берем... и по современному уровню, так сказать, развития, допустим, теории там, кирпичной кладки, только там реализованы, тем более, значит, теории нет, скажем так, и такой полноценный, как, допустим, для железобетона и особенно для металла, да, значит, у нас нет возможности, там, так сказать, реально смоделировать, а что там с этими перемычками будет происходить, да? Нет, насчет того, что кирпичная кладка, вот. Теория 150 лет. Нет, теория есть некоторая, но она не все вопросы закрывает, да. И поэтому приходится вот использовать для того, чтобы учесть, так сказать, нюансы свои, использовать серию из четырех моделей. То есть не две, а четыре модели. Ну так по каждой убирается наихудший результат. Да. Ну, надеюсь, я ответил на вопрос. Здание одно, модель четыре. Так, спасибо большое всем докладчикам и слушателям. Ну, я хочу, так сказать, выразить признательность к организаторам нашего, так сказать, действа. Вот это, в общем-то, все было устроено хорошо, поэтому большое вам спасибо, организаторам. Давайте похлопаем. Большое спасибо. Приедем еще. Да, хотел бы напомнить, да, у нас прошел форум этот 9-й по счету уже, в юбилейный выход форума 100+, 10-й. В следующем году точно так же этот форум будет проводиться. Надеюсь, нам... дадут возможность участия в форуме в течение всех дней, 4 дней. Надеюсь, так получится. Хотел бы также с организационным сообщением выйти. В конце октября у нас будет проведена конференция. Конференция также в этом же формате будет проводиться. Очное, дистанционное участие. Дистанционное участие будет транслироваться также на YouTube-канал и будет проходить через... специальной площадке, где можно будет точно так же задать вопрос, вне зависимости, где вы находитесь, в России, не в России, там, где будет проходить. Это конференция, 4-я международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы проектирования и строительства сейсмических зонок сибирского региона», приурочена 20-летию Чуйского землетрясения, будет проведена в городе Новокузнецк 24, 25, 26 октября. Приложение подключаться и принимать активное участие. И те дискуссии, которые сегодня нам не получилось провести, я надеюсь, мы там их обсудим. Там время будет более чем достаточно для того, чтобы все же научный диспут осуществить. Также напоминаю, что до 11 октября мы ждем от всех участников, от спикеров, всех заинтересованных, ждем предложения по включению в резолюцию нашего форума. И также сообщаем, что будет сформировано на базе уже тех предложений, которые были, которые есть, которые поступят, официальная позиция по изменению 3 СП 14 13 30 строительства сейсмических районах. Всех хочу поблагодарить за участие, всех спикеров, за такую интересную деловую программу, всех участников и всех тех,
кто, кому это действительно важно, видно, у нас зал не пустой, как иногда бывает, перед окончанием все пытаются как можно быстрее отсюда уйти. Видно, что форум интересен, что он нужен. Если есть какие-то предложения по деловой программе, по участию, просьба обращаться, направлять. Я как координатор в этом году, ну, как правило, я им, вероятно, и останусь в дальнейшем. Просьба направлять эти сведения. Будем их пытаться учитывать, включать в повестку и делать более интересным наш форум. Всем спасибо. До скорых встреч.